Мы делаем в линейку! Все, запускайте. Давайте еще красивее встанем. У тебя работает? Ваня, да, мы можем вопросы по заданиям задавать? Наташа, что? Да. Вопросы по заданиям? Да. Нет, вы не можете задавать вопрос, типа, какой-то это тогда было, стартуй. А этот делается вторым, это F5! Делается третьим. То есть вы просто все, ищете стартую, пруфы, да, типа, не нужно подкалывать, не нужно. Все, всем удачи. Да, спасибо давайте. Большое, Ань, спасибо да. за поддержку. Бог, реально. Так. О, у меня что-то, если честно. Алло, ты тут? Алло. Да, ты меня слышишь? Мы вас слышим. Ой. Замуйся там, блядь. Да, я замутился. А, уважаемые, ебало, завалите, пожалуйста. Так, я уже наблюдаю. А ты видишь, кто трейдер у нас? Кто? Это кто у нас? Это у нас Юечка и Exile. Я смотрю за Юечкой, ну, пока... Я тоже смотрю за Юечкой, да. Делают квесты. Блин, о, Вадим. Мне так нравится. Тебя не слышно тут вообще. Как это? Алло. Вадим, я тебя не слышу вообще здесь. Не слышишь? Опа, первый килл и сразу саморепорт. Сука, меня так дернуло, я так обозрался, когда... Бля, у меня тоже такое бывает. Алло? Exile, убийца, 100%! Я только что видела вишенку! Ты что несёшь, это саморепорт, 100%! Наташа, ты видела их вместе? Мы только что с вишенкой выполняли квест на О2, я захожу в навигацию, и ты саморепорт! А, подожди, Наташа, ты увидела его на трупе? Да, он саморепортнул и там был. Я подтверждаю. Что подтверждаешь? Только что. Вадя, ты меня слышишь, Вадя? Да. Дима, ты на админке видел убийство? Да. Я не подтверждаю. Вообще. Да, или что? Меня не было на админке, я просто подтверждаю. Алло, я даже не успел дойти, я из того. Наташа, да. Ну ты вчера играла, просто я сейчас на фулсерьезе играю. Я на фулсерьезе. Мы на веб сейчас смотрим. Илья, расскажи свою версию. Но мы сейчас не кикаем в любом случае. Захожу в патроны, я бежал снизу щитов, захожу, труп лежит. Нет. То есть, ну, возможно, кто-то нет, убил. Нет, трупу убил одна секунда. Я блядь, только что видела вишенку на О2. Как ты видела вишенку? Ты что, мы только что были на О2 с вишенкой. Сейчас я выполняла квест, я мусор выкидывала, алло. Я захожу в навигаторную, то есть это меня, ты подставляешь сейчас меня. Я захожу в навигаторную и вижу труп вишенки. То есть кто-то мог прыгнуть в винт, как не было... Я предлагаю скипать. Хорошо. Ликс, а почему ты предлагаешь скипать? Ну, я верю в эту историю, Наташа, и что 9? Если Наташа видела... Ребят, мы на бете играем, да? Мы на бете играем. Окей, я трейдер. Кто-то был. Мы на бете играем. Да, на бете. Я нашел труп. Да какая, это не бета. Это не бета. Ну, а, ну, типа, не, может, это бета, но решено, типа, что видно, кто в кого голосует. Так, бустер, да, мы... А почему не бета? Кто-то не добавил, мы видели, что бустер... О, всё, Exile окинули сразу. Я знаю, в чем проблема, у меня нет вывода звука, я сейчас его сделаю. Хорошо, давай, все, отлично. Ебать, красава, блядь, ну, просто молодец. Все, осталась одна Юечка, я думаю, первая игра будет сыграна, блядь, за 5 минут. Я, ну, типа, не знаю, Юечка не такой мастер, блядь, профессионал, чтобы... А у меня опять смайл-чат, да? Ребят, смотри, сейчас Юечка убьет Гинцуху. Скажи что-то. Алло, слышно? Отлично. Я понял. Слышно, отлично, блядь, все. Блин, ну, кстати, Юечке нечего делать, потому что если она убьет Наташу... Слышно? Алло, слышно? Слушаю, что случилось? Ну, просто у нас один килл, Аня убили, за что, ёбаный сыр, да? Блядь. Нет, стоп. Не факт. Аня убили в прошлом ходу, Exile мы выкинули сами. Да, всё нормально. Напомню на всякий случай, что бустер голосовал в Гинсу, Слав, почему ты так сделал? Нет, Excel 100% черным ушел, потому что он в ответ вкинул в Гинсу. А что Слава ливнул? А что Слава? У него камера зависла. У него инет, походу. А, Слава вылетел? Ну, игра не закончилась, значит, это не Слава. Блин, да. Скипаем тогда, ладно, дальше. Или, Дима, ты что-то хотел нам сказать? Не, я просто проверял ситуацию. А, ну тогда пока. А мы будем доигрывать или как? Ребят, если что, у Славы вырубился свет, он сейчас зайдет. Слышите, а может бету поставим, а то мы видно, кто когда голосует. Да, у нас... Мы доигрываем, это да? Это в настройках просто при создании не поставили анонимные голосова. Да. Ребята, мы не можем ставить анонимное голосование, потому что за голосование вы получаете поинты. Да, логично, да. Поэтому если вы голосуете куда попало, и это не трейдер, то вы получаете минус очки. Ваня, я тебя тут слышу, Вадь. О, слышишь? Заебись, я очень рад.
Заходи к Юичке, ей пизда. Ты говоришь, как в рае, в рации, дядь. Минус. Ой, я вижу, она хочет ликса ёбнуть. Ой, блядь. Она бы могла ёбнуть и сибаться в канализацию просто. Ну, кстати, да, по факту. Все вебки сошли, кстати, немножко. Это из-за славы, да, это из-за славы. Сейчас. Я наблюдаю за Юечкой, она хочет нажать кнопку, я думаю, да. Она на ликса будет, пиздец. Дима, ликс, что это было? Да. Сейчас, секунду, я отойду. А что было? Что было? Почему ты со мной бегал по электричеству? А где труп? Просто я пришла в электричество, Дмитрий стоит на там, где чинить надо, и потом он начал за мной носиться, когда починил. Нас там четверо было. Они только потом подошли. Там был, по-моему, Марк. Но я даже Юечка не знаю, что надо сказать, потому что я просто бегал. Понятно, даже, старый угодник, блядь. Там даже не стоял на админке. Не, я на админку пришел в итоге. Не, ну... Типа, слушай, Дим, а у меня к тебе такой вопрос. В первом раунде, когда Наташа рассказала свою историю, ты сказал, что да, ты согласен, ты тоже видел, как Илья убил. А потом ты говоришь, нет, давайте не будем в него голосовать. Ну так это же игра, я вкидывать могу. Ладно. Да, ну ликс, а. Ну это как-то странно. Мы бегать точно за человека. Поиграем сегодня, конечно, скипаем. Давайте задание доделаем. Скипаем, ну смотрите, Наташа у нас точно мирная. Но мои ставки на то, Вадя, ты тут? Да ей пизда. Там у бустера, короче, Кате плохо. Им надо ее быстро съездить забрать. Он сказал, мне им нужно 20 минут. Судя по его... Ну тогда славу засчитывай как минус, чел. Ну типа минус баллы. Да ебал, завали свое. Так я просто... Слушай, ну у него же этот... Как ты думаешь, у Юички есть вообще какой-то хоть шанс? Ну, если это не боёво, то, брат, не знаю. Но это очень, очень жесткая игра в том плане, что они сейчас будут бегать парами, и она ничего не сможет сделать. Она или будет кого-то подставлять сейчас, потому что, ну, по-другому никак. Вот именно здесь надо было бы кого-то ну, тут видишь их как много. Надо кого-то одного ловить, вот, по дороге и ебашить. Импала, мы уже сделали все четко. Да, спасибо. Вот, блядь, вот надо ловить по одному, типа, да тут, не попадаться да на глаза. Да тут вообще беда полная, понимаешь? У нее, типа, полная беда. Дмитрий Лик скажет, что это была Гинсуха. Ой, вот, этот, блядь, это не надо ее убивать тут. Но она с ней очень подозрительно бегала. Я бы ее кикнул бы, просто бы сейчас нажал на кнопку и кикнул, потому что очень странные движения, видишь? Она, ну, немножко, да, в растерянности. Она не знает, что делать, потому что все живые. Да, ой, она ёбнула. Да, кстати, килл по Дине. Но её видели, я бы на её месте закрыл, ну, кстати, бы сейчас. Свет-то был, типа, по сути, её видели. Да, кстати, если бы она сейчас закрыла, было бы офигенно. Пускай убивай тут, прям тут Гинсуху и съёбуй отсюда. Не убивай, он смотрит. Блядь, он увидел! Блядь! Пускай орёт. Пускай. Точно не было кому. Точно не было. Это Юечка. Это... А где труп-то был, скажите? Это на камерах. Я сидел на камерах. У меня все вебки по пизде пошли из-за... Юечку убивает Наташу и репортит её сразу. А где труп? Стоп, два трупа, стоп, два трупа. Я зарепортила. Я говорю, первое... Да, ну, в принципе, это стакается с тем, что Юечка меня пыталась немножко подбить. Да, брат. А ты можешь зайти в РБАй просто сейчас, на время, включить камеру? Потому что Славы нет, и у меня все вебки по пизде. Я репортила. Да, говори. Давай, брат. Там стоит Слава. А где РБАй? Он от него отбегает. Когда скажи, я пускай Дина меня упустит. Прихожу, сейчас. То он его репортит. Легко. Дина, можешь пустить Злова, пожалуйста, в РБАй? Все, выходит Юечка, потом злой. Ой, строго. Да, я если вы видели всю игру... Все, у нас дабл, блядь, понимаете? Ну, я думаю, Эксайл ушел трейдером. Это точно не Марк, потому что мы с ним весь... Бля, ну это самая легкая, игра. Бля, ее просто кикнули, пиздец. Ну там же строго на нее 100% гнал, типа... Да нет, просто когда, смотри, когда камеры мигали, он бы мог ее ёбнуть и съебаться. Он, короче, сказал, а я хотела тебя дождаться, но так я думала, ладно, пофиг, убегу, и он меня прям сходу... Ребят, короче, у Славы Кате плохо, и ему надо, типа, ее забрать. Но он говорит, что это ему 20 минут, но я, типа, хуй его знает, у нас прошел час, и мы сыграли одну игру.
Ну да, да. Ну типа, короче, предложение есть такое, типа не кикать Славу, а сыграть одну игру без него, а он типа уже... Может вместо него кто-то просто сыграет одну игру и все, чтобы 10 человек было? За одну игру, за одну... Он сказал, за одну катку он успеет. Вай, с вечером это хуйня, ну типа нам серьезно. Типа просто Слава. Просто замену, типа. Да пусть Злой сыграет. Злой не хочешь сыграть одну катку и все? Злой, сыграешь одну катку? Залезай, Артур. Одну, может, Злой. Ну, блядь. Я никогда её, ну, сразу же в первом раунде снимаю. А что ты даже меня раньше не убила? Почему ты... Ну, я поняла, что ты меня убила при строге. Я, короче, нажимаю, а у меня почему-то нажимается не килл, а саботаж. Я не знаю, в чем прикол. И я промахиваюсь каждый раз. На кью можно... Я знаю... Ну, типа, я боюсь то, что я запутаюсь. Я, короче, чуть-чуть перенервничала, пипец, в конце. Бля, ебать по пизде, да, все идет нахуй? Ебать по пизде все идет, блядь. Самое главное в такой момент, блядь, просто, знаешь, не расстраиваться. Когда у вас есть такие друзья, бля, как Злой, нахуй, которые... Знаете, что Злой сегодня был на двух стримах, он не хотел вообще играть, я ему написал: «Артур, можешь, типа, со мной посидеть вместе, покомментить?» Он сказал: «Да». Сейчас ушел бустер, и он зашел сыграть игру, чтобы мы, типа, не ждали, и чтобы я не искал плюс. Ну, так вот. Главное в моменте позвать Жожа. Бля, да Жожа надо писать в этом, нахуй. В телеге, бля, я постоянно забываю. За мной бежала, он да, бы не да, дал да. никак, типа, нет. Он просто думал, что я одна. И так просто получилось по я времени. Я зашёл. Бля. Всё, стартуйте а сразу, стартуйте. Погодите, Злой, маску. Чисто теоретически, если бы кто-то уже был бы там, он бы успел, типа. Я ж всё равно прибежал, типа. Всё, я готов, я пробежала, ты стоял. Я стартую. Всё, я стартую. Давай. Смотрите, сейчас Злой получит сразу трейтера и всех отпиздит. Смотрите, я прям чую. Наташа, ты молодец, первого. Да. Злой, я только не забудь, думала, пожалуйста, стрим включить в Дискорде. Злой. Да, молодчина. Ты молодец. Хотя спасибо. Ладно, похуй, типа. Я у кого-то посмотрю. Кто трутит еще? Блять, реально Злой! Реально Злой! Блять, а что мне репит? Sound muted. Sound muted. Я успела. Вы видели? Кто со мной? Я. Я, короче, причём, я бегу ты за мной, я не вижу трупа, у меня загорается рекорд. Труп там ниже под коробками. Около этого бенза... В хранилище, да. Да, в хранилище, где, короче, бензин. Так, а мы бежали сейчас... Смерть смертью, но я рад, что Наташу убили. Я бежал, Дина бежала, Ксайл. Юечка бежала, розовенькая. Дина, ты была рядом с нами, да. С Эксайлом. И да, с я зайчиком была. А кто левее, кто слева убежал с этого хранилища налево? Бля, кто сейчас убежал? Секунду, мне ребят, надо... тут методом исключения можно, смотрите, мы... Сейчас, одну секунду, мне надо перезайти, потому что у меня от кого-то ебаные шумы, блять, боже нахуй, у меня и все репит, блять, как будто я в каком-то ебаном бункере, блять, в этом нахуй, в 20-м году. Тело уже лежало, оно не падало. Она прям, да, за мной бежала. Ну тогда Ликс, методом исключения. Злой еще остается, Злой. А где были? Где были? Подождите, где были Злой и Ликс? Да, где Злой был? Послушайте, я был на метеоритах и стоял АФК, включал экран. Строго, ты его бил на метеоритах? Нет, я тоже не видел. Я его не видел. Это пиздешь. Это пиздешь. Мы со Строго вдвоем там. Злой, точно на метеоритах? Может, в электрике все-таки? Пизда. На метеоритах. Подсказывает ему. Точно? Я был на метеоритах, я стоял там и делал. Тебя не видело два кента, которые не могли убить Генсуху. Что еще? Где ты был? Да, я в электрике был. Вдвоем делали, и, типа, я их ну, тоже не видел, подожди. Типа, как, я их тоже не видел там. Что происходит? Ну, мы тебя не видели. Ребята, давайте пока не голосовать. У нас два претендента на это убийство. Либо Ликс, либо Злой. Пожалуйста, давайте это запомним как следует. Аккуратно со Злым бегать. Еще есть вариант, что это Гвакамоле плюс Строго. То есть они говорят, что они были вместе. Так они были с правой стороны. Я их не видел. Дина, они были с правой стороны от трупа по центру. Они не могут... А меня Злой, кстати, не зовет на стрим. Я к нему не могу. Он когда меня звал, я приходил. Есть такая вероятность. Он меня не зовет вообще на стрим. Тогда Злой бы орал, что их там не было. Так я же говорю, что их там нет, блять. Да ты пищишь, как девочка. Я, говорит, стрим включал. А нет, сука, включил, блядь, слышите? Опа. Бля, кстати, Злой очень быстро играет. Он типа... Фу, блядь, думал я нахуй. Злой, кстати, очень быстро играет. Он всегда, типа, делает киллы быстро.
Он, кстати, смотрит. Видите, он типа на камерах, он, скорее всего, смотрит, кто с кем бегает. Ой, блядь. А тут пиздец. А тут вообще, типа, вишня только одна бегает, смотрите. Килл есть? Нет. А вот сейчас узнаем. А, нету килла, да? Блядь, я с навигацией бегу на реактор, потом обратно не добегаю. Что, скипаем сразу или что? Да-да, скипаем сразу. А, короче, подождите, я могу сказать, секунду. Что это не Марк, потому что мы вдвоем бежали, и когда строго делился, я подумал, мне пизда, но мы вдвоем бежали да, там, ну... где не было людей, Марк меня не ебал. Нет, ну какой-то странный такой. Это можно сказать, что мне приятно. Никто не говорит, зачем ты сразу защищаешься, брат, не надо, не стоит. Бля, Артур, как же ты пытаешься подмазаться? Почему, Катя, не было возможности? Я никому не подмазываю. Дядь, ты меня не кикнешь просто на том, что ты меня не видел, и я тебя не видел. Два красных говорят, что тебя там не было, когда. Во-первых, никто не знает, что ты красный, блядь. Давай начнем с этого. Только один строго, блядь. Злой, а ты делаешь задание? Я на камеру. Можно я спрошу, а кто был слева, когда реактор заработал? Мне всегда на камеру. Я был справа со строгой Марком. Кроме меня, Илюхи и Юечки. Ебать, бедный злой, его просто душат. Когда загорелся реактор, я бежал в сторону электричества. Стоп, Марка, почему строго от нас убежал? Я убежал. Юечки, вопрос по этому поводу, да, будет, Илюха, но не сейчас, типа. Так, мидпункт, ты убежал направо на метеорит, а мидпункт слева. Не-не, я за вами бежал. Ты направо, нет, ты... Злой, поделай тоже задание, пожалуйста. Юечка. Да, пока 25 секунд есть. А почему ты бежал от метеоритов? Просто когда или сейчас поделает задание. Происходит, я сразу бил на камеру смотреть, потому что обычно сзади кого-то хуярят. Одна убегала от. Понимаешь? Сзади кого-то хуярят, я обычно себя на камеру, чтобы смотреть. Но я могу сказать, что первый это вряд ли была Юечка, что она за мной прям бежала. Ну, она может быть вторым трейдером, в чем проблема? Возможно, первого трейдера. Первый это точно не Юй. Первый это либо Ликс, либо злой. Гинсуху не могли вывести. А как понять, что первый трейдер? Тихо, ебальнички. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бой. Микрофон. То, блядь, я опять испугался, я, блядь, сижу нахуй, пижу. Видимо, первый это не Ликс. Где Ликса убили? В общем, рассказываю. Я сейчас была на электрике, со мной был Марк, нельзя было убивать. Со мной был Рома. Я вбегаю, у меня задание загорается. Вот там, где хранилище наверху, маленькая ячейка, и около нее валяется Дима. Но прикол в том, что ко мне оттуда справа прямо злой. Прибежала Юечка. Да. А что-то где хранилище, это большие ящики. С той стороны что прибежал злой? Также злой. Ну, не, послушайте, короче, злой прибежал, оставил еще. Ну, Ром, Ром, дай голосуйте, я говорю. Смотри, подожди, я делала задание, ну, то есть она просто бежала пизда. В электрике, она просто я бежала ко мне, просто со мной выбежала и до трупа добежала, и то есть как бы, ну, она оттуда прибежала. Я просто говорю, что то, что я видела, смотри, вам решать уже. Ну, я бежала, можно я скажу, где я была? Я, короче, была в связях, потом я побежала включать свет, но его уже включили. И как бы... А, подожди, а как ты не могла увидеть? А я была в связях, это внизу. То есть у меня не а загоралось. А хранилище, да? Но а потом я тебя увидела, потому что я знаю, что ты красного в прошлый раз бежали. Ну, для меня. Ну, я не знаю. Это может, знаете, слушай, это может быть вишня также, потому что но она как по она? Первому... Юечка мне что краснит, она бежала со мной вместе, да, я рекорд и труп. А если вы вдвоем трейдер? Так ты же только что Юечку обвиняла, сейчас говоришь, она тебя краснит. А знаешь, как вы прям выбегаешь в администрацию, ну, то есть прям в начале этого коридорчика, то есть около задания прям. Ну да, так хранилище считается. Чтоб ты понимала, Вишня, вот когда ты зарепортила в последнюю секунду, я выбегаю с админки, и Юечка ко мне подбегает. Стоп, кому штраф? Скип. Ну, что? Просто... Когда это было? Давайте запомним, что за первый килл у нас, соответственно, либо злой, либо пара строго гвакамоле. Других вариантов у нас пока особо нет. Я могу с Макривским побегать, если мне не будет каждую игру, блядь. Да если что, вы не можете договариваться, я вам еще раз говорю, что вы не можете договариваться и ничего говорить по поводу такой инфы. Блять, заебал нахуй. А кто договаривался? Кто договаривался с чело? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бедная Юечка. Ну, Юечке прям все очень плохо. Почините свет, 0%.
Опа, опа. Хорошо, хорошо. Я чувствую, злого сейчас кикнут нахуй. Ребят, злого кикнут 100%. Я больше чем уверен, что злого кикнут 100%. Я не видел труп даже. Он не успел убить! Он хотел убить Эксайла! Труп был где-то. Это Ваня. Стой, стой, подождите. У нас за столом полная. Блять, у меня вебки были. Трейдеры потихоньку делают киллы, мы никого не кикаем. Давайте смотри. Ром, кто с нами еще был в навигации? Эксайл и Дина прибежала. Эксайл и Дина. Так, снизу была Юечка. Кто стоял на камерах? Камера горит. Я стоял, я. Злой идешь нахуй тогда. Получается, злой посадку либо вишня. Но если вишня красная. Я только что была с... Стой, смотри. Ребят, ребят, смотри. Меня, пожалуйста. Я давай, скажи, потом я скажу. Смотрите, где свет включает, двери были закрыты перед тем, как мы с Ромой зашли. То есть трейдер не мог оттуда выйти. По логике, трейдер выбежал нахуй через вентиляцию на камеры. Потому что я смотрел на админке, все стояли справа, один чел стоял на камерах. Это я был. Ну, ребята, смотрите. Один злой остается. У нас, у нас за первое убийство ответственные были либо пара Гвакамоле строго, но строго у нас не предатель, поэтому этот вариант мы отсекаем, либо подожди, остается злой. Не-не-не, подожди, почему нахуй злого? Все остальные в пятером были в тот момент вместе. Никто не всем снайпер, кроме Гвакамоле. Тип может бегать со строго, просто на красном. Ну он красный, может быть разномаст. Он кидывает меня то, что он меня не видел. Злой, сейчас он может его спокойно не трогать. Не дать саморепорт. Физически. Просто дать саморепорт. Физически. И все нахуй. В смысле, он нашел труп сейчас. Либо ты, либо они... Послушай, он нашел труп прямо сейчас. У нас просто по остатку. У нас два трейтера, и мы... Какое по остатку? Чел может дать саморепорт, сейчас меня вкинуть и выйти. Алло, он со мной был. Да, можно ебать, да. Какое с тобой? Алло, я с Ромой лежал. А что Рома не репортил, или ты? Почему вы вдвоем? Потому что мы вдвоем бегаем, блядь. Ой-ой-ой. Я ему не бегаю вдвоем, мы просто нашли друг друга, блядь. Бля, ну, я бегал полраунда один. Ну, Душнилова пиздец. Душнилова пиздец. Интересно, кто второй? Да, мне тоже очень интересно. Бля, что-то вишенка. Ой, какой нахуй скип? Я в злого хотел, бля. По второму пока непонятно. Ну да, давай. Второй Гвакамоле. Все очень легко. Я в разноцвет даже не пойду. Бля, ну вот Юечке тут очень плохо будет. Я не знаю, она уже второй раз остается одна. Блять, походу Юечка будет фулл-тайм играть на этом, на предателе. Но что-то как-то, если честно, ситуация у меня тут говняная, она вроде не боевал. Чат, выиграет или нет? Я думаю, нет. Ну, блядь. Не знаю, если честно, что тут делать. Блять, если это зло ей клацает, то ей сейчас настолько будет хуёво играть, это пиздец. Они бегают 2-3. Ну да. Ну да. Короче, я зарепортил, мне дайте слово. Со мной Дина умерла. Короче, со мной стояла на камерах Дина, мы прятались. Я вижу по камерам секьюрити, забегает Юечка, Дины нет. Я побежала одна на смельничах чинить свет, думаю, мне пизда сейчас. Я с тобой бежал. Я просто не вижу же, я просто вижу. Ой, скажи мне, пожалуйста. Злой, может, все, мы уже доиграли, получается. Я просто не знаю, как обмануть. Ну, уже получается, да. Ну, теперь да. Бля. Точно нет, получается так. Злой, зачем ты меня закрываешь, выключаешь? Даша, когда мы играем за трейтера, хотя бы хоть что-нибудь говори, а не сиди просто. Когда тебя краснеет вишенка, скажи, что она пиздит и ее не видела. Блять, она только что запуталась, а ты могла бы его просто кикнуть на его же, на ее же словах, да потому нет, что она гонит на тебя, она гонит, слушай, она гонит на тебя, а потом за счет тебя окрасняется, а ты сказал... Ну, честно, я думал на вишенку, Юечка, скипни, пожалуйста. Типа, пиздец. На меня Рома думал, типа... Я думал, меня еще Дина ёбнет, потому что Рома, ты за первый на электричество и развернулась. И за первый, и за второй, потому что второй тоже... Блять, я больше не буду репортить, чтобы... От нас с Марком отделилась, я думал. Так, кто у нас, кому на штрафы? Диман, слышишь? Вот тот микромомент сыграл, да?
Да, конечно, когда, да, когда нет, она... это прям вообще чувствуется сразу, когда трейдер вот прям вот такими моментами высекается. А я прям вижу, Юечка бежит, и я такой, блядь, да, думаю, да, за ней побежать, потом думаю, ну, блин, нахуй. Скорее всего, Юечка сегодня кажется... вечер будет предателем. И потом Аня, когда увидела вишенку, ему... А что Марк сказал? Говорит, что Марк сказал? Когда увидела Юечку, она очень аккуратно на нее давила. Вадим, скажи, пожалуйста, если я голосую против трейдера, допустим, против Юечки, только один. Да, я так, типа, по лайку. Типа, мне поинт дается? Да, если выгнали, только если кого-то выгнали. Ну, Слово ему поинт дадут? Выгнали. Нет. Нет, дай белый, пожалуйста. Я просто по фану начал по всем поинтам. Да. Я в Слово два раза прыгал. Марк, ты не кикнул этого. Да. Тебя, походу, поинт. Почему? Ну я мискликнул. Блин, Юечка, это не... Это твои проблемы. И, кстати, по-моему, у Гуакамоли, по-моему, потому что ты говорил, что ты с кем-то бегал и бегаешь дальше. Я но я потом... Я бегал нет, со нет, строго, нет, Вадя, смотри, не-не-не, это вообще правильно сделано, потому что ты должен понимать, что если вы будете договорники такие устраивать, типа, я видел строго, например, понимаешь? Не, я посмотрю потом, я посмотрю потом. Вадь, там не было ничего, я понял, о чем ты знакомый. Там не было. Там не было ничего. Хорошо. Дайте этот... А можно... Злой, а зачем ты мне выключал свет и передо мной двери закрывал? Это я случайно. Да, мертвый предатель, потому что меня... ты мне ничего. Очень мешал. А кто не зашел? Кто не зашел? Ебаный пинг. Кто-то один не зашел. Я закрываю дверь, чел, за дверь телефон. Зайдите кто-то, пожалуйста. А, стоп, кто не зашел? Нет. Марк не зашел. Марк! Я говорил по поводу злого, блядь, будьте аккуратны со злым нахуй. Смотри, вот мне скинули цитату, скидывают. Мы бегаем с Ромой. Не такая там цитата была, там была цитата, мы нашли друг друга и бегали. Мы нашли друг друга с Ромой, вот и бегали вместе. Там была такая цитата. Там нихуя такого не было. Не устраивайте уже. Нет, так в смысле, я вам говорю. Нет, в смысле, я же вам говорю. Мне злой спрашивает, что-то вроде злой спрашивает, почему ты уверен, что это не Марк? Я говорю, потому что мы бегаем вместе. Мы нашли друг друга с Ромой и бегаем. Ну, я сказал, потому что мы бегаем вместе. Это не хорошо, не, хорошо. Да я потом гляну, успокойтесь, стартуйте игру. Не, я просто слышал этот момент, я знал, что не доебутся, это 100% не было. Бля, еще Диман там что-то пиздит, блядь, заебал нахуй. Ну, мирный, старый хуйлан, блядь. Кило уже, в принципе, предложили. Старый, сука, хуйлоид, блядь. Так, кто у нас может быть? Меня заебись разложили по первому килу. Блядь, только не вишня, пожалуйста, что такой крип, пиздец, ладно, хорошо. Блять, знаете кто, по-моему? Сейчас опять Юечка. Нет. Строго? Да, строго. Блять. Ну, за этим крипом наблюдать, это пиздец. Кстати, такой килл могут даже не заметить. По идее. А, ну да, в чем прикол, на Дину, блин, заходить. Стоп, а кто еще, блять? Макривский, да? Только не Гинсуха. Кто, блядь? Опять злой? Какой я тупой, просто максимальный. Кто, блядь? Слушайте, ну пока килы неплохо идут, я вам хочу сказать. Строго, блядь, с этим крипом, ну типа... Угу. Два кила, и еще, скорее всего, сейчас будет один. А прикиньте, сейчас будет 4 кила до первого голосования. А нет, не будет. Ого! Нихуя себе, ебать, вы чё, ёбнули, блядь? Нихуя себе, блядь! Ебать, я 103 трейсера, блядь! А сколько КД, ребят? Четверых уебали, блядь! Там 17 секунд. Короче, это... Жёстко. Погодите, кто у нас сейчас был? Была вишенка строго. Да, я с вами. Короче, я могу сказать, что один трейдер это злой, а дальше я не знаю. Да, это я. Да, злой, я думаю, тоже злой. Потому что с Ликсом... Короче, я на камерах стою, блядь, по КД, это я. Можно я скажу? Секунду, вишенка, можно? Угу, да. Почему злой? Потому что мы с Ликсом были, с Ючкой, когда первый раз выключались... А может, это ты? Когда первый выключали рассвет в этом, в админке мы там стояли до первого света. Очевидно, что тогда были первые килы. А второй раз мы были на электричестве, когда выключили свет. Я, вишенка и строго.
Окей, смотрите, где... Короче, у Наташи... Ну, слушайте, у Струга неплохая позиция. Либо, может быть, это было КД, но у нее был прекрасный шанс меня убить. Ребят, я не знаю. Смотрите, она просто стояла просто... на навигации. Типа. Лиза, ты не хочешь... Стоп, а почему ты злой? Ты слева? Видел или окраснить меня как-нибудь? Не, я не видел, я хочу сказать, ты ну, с просто, играл, правильно? Как ты меня мог не видеть? Да, я был слева, как ты меня не мог увидеть, если я делал... Если ты не видел, блядь, что я клацаю ебаные кнопки в ебаном реакторе. Рассказываю, рассказываю, не заговаривайте, рассказываю. Я прибежал в левый нижний двигатель, потому что по админке увидел, что там был килл. Там был килл. Я пошел, я не стал репортить. Я сейчас вообще играю, я не репорчу трупы. Я пошел наверх смотреть, кто здесь есть. А зачем? Я пошел смотреть, и стоит злой на реакторе. Там какая-то очень... Нет, давайте, давайте. Я, если, давай, мы, если мы никого... Нет, нет, я посижу, ебать. Почему меня, блядь? Не, нихуя, 4 килла, ты нихуя не сидишь. Если мы сидишь. Сейчас никого не выгоняем, а может, мы это проиграли. Ты слышишь, а может, это ты, блядь? Просто мы сейчас проиграем. Ну да, по остатку остается, круто. Диму я никто точно не подозревает трейдер, всем. Поэтому ну, конечно, злой, давай, давай, давай. А давай, кого с вами не было, Вишня? Вы вот там втроем были? Ну, да, я от тебя были. Пробежала через верх, да, и типа, бля, нам пизда. Бля, каков шанс, что это хуйло, ну, типа, сможет выиграть? Строго, знаете, что нужно сделать, мне кажется? Мне кажется, строго нужно кого-то сейчас заголосовать, потому что, типа, он остался один, и, типа, вроде бы играбельно, но... Микрофон? Фу, блядь, ну, заебало пугать, нахуй. Заебало нахуй, надо повторять микрофон, он чё, NPC, блядь? Ой, блядь, вебки. Так. Ну, радует, что мы кикнули трейтера, это радует очень хорошо. О, бля, я на таком так, очке. Так, когда свет тул, значит, Генсуха стоит, там баг заправляет. Внизу на свет больше никто не пришел. Ром, Вишенка, Строго, вы вместе были? Стоп. Не, погоди был... секунду. А Наташа не с нами была в админке? Я изначально... Нет. Со мной только ты был в админке, я тебя так увидела, я думала, ты Наташа, меня убьешь. Там Наташа эту карточку проводила, нет, Наташа? А я не видела. Я в начале. Свет, нет, когда свет тут. Нет, этого раунда. А где ты была? Да, я видел, что в Киеве произошло, это полный пиздец. Я не помню в начале раунда, я помню, что я баг заправляла. Чел, блядь, на машине ездит, как будто в GTA, блядь. А в конце что ты делала? Ну, баг заправляла. Ой, блядь, это такой... Целый раунд? Нет, я не помню, где я была, честно. Мы были просто, я помню, вдвоем я, Вишня и Генсуха, мы были в админке, когда свет тух. Давай нахуй Генсуху, кикайте Генсуху. Бля, Ванёк, если сейчас кикнуть Генсуху, это будет заебись. Строго нужно будет делать один килл. Это подозрительно, страшно. Смотря в глаза. Я не трейдер, я вам честно говорю. Короче, ребят, килла нет, килла нет. Давайте, да, держи. Я за этот раунд только видел, что... Играем, играем, просто сплоченно играем. Да, просто сплоченно, да, это я ни к чему не призываю. Мы команда. Да, да. Просто мирно, я имею в виду, будьте осторожны. Да, да, я понял, штраф. Вадя! Короче, здесь надо убивать Макривского. Ой, блядь. Блядь, уберите задание, ебаные, блядь. Сука, шапокляк ебаный. А я вебки забыл. А чё ты, Ваня, ты чё не репортишь? Света не было. Короче, подождите, забегаем, закрываются двери перед оружейной, открываются, мы забегаем, у меня задание справа в уголке, где нужно просто пимпочку нажать и все. А Ваня в этот момент убегает вниз. Там, ну, а чё ты не репортишь, прям на входе? Света не было, ты что? А что, ребят, теперь? Ребят, стойте, смотрите, у кого кнопка осталась? У меня. У меня. Мы у вас, проиграем. Короче, как только пройдет сейчас секунд, короче, не знаю, сколько там, 20, да? А чё ты не хочешь рискнуть? Кнопку. У нас один трейдер. Почему? Это Ваня. Нет, в прошлый раз, даже когда мы кикали. Послушайте меня, пожалуйста, мне слышно? Когда мы кого кикали на трейдер? Да, пожалуйста, послушайте. Вот, зло, да, когда зло кикали, Строго такой, ой, а кого
Катя, блин, кого голосовать? Ну, если честно, для меня... Для меня может быть рейдер как Строга, так и Натаха, вот честно. Ну и Вишенка, кстати, для меня вообще сейчас на рандоме. Поэтому я выживу, у меня рейдер сейчас трогать не будет. Я просто стою в админке, просто знайте. Давай рискнем, Не, мы не будем рисковать, зачем нам рисковать? Я тоже за риск, я голосую рисковать. Блядь, Дима, надо, зачем? Дима, ну ты за... Если Ваня сейчас это выиграет, блядь. Да сам ты что-то душишь. Да сам то любовь проснулась. Чтобы 2 кило трейдер не сделал и не выиграл. Мою Натаху, блядь. Мы могли сейчас выиграть игру. Сука, мою любовь, блядь. Могли проиграть. Извини, Серег, блядь. Им надо срочно делать килл. Нажми, нажми, нажми кнопку, нажми. Нажми, пожалуйста, нажми кнопку, да похуй, они кикнут сейчас Наташу, блин. Хотя ладно, не нажимай, иди, блядь, убивай кого-то. Ладно, ему надо убить... А кого ему надо убить? Ему надо убить, короче, Наташу, да? Он убил Ликса? Вот незадача, блядь! Ребята, кнопку нажимай! Строго, ты гений! Дима, ну он тебе говорит... Да у него нету кнопки! Аня! Какого хуя он должен кикать Строго, если вы вдвоем там были, у вас заразномаз? Вам надо было нажать там кнопку, просто как Лик сказал! Лик все правильно сказал, вы проебались! Я уверена, что это он убил. Красава, только ты уверена, что это он. Откуда они знают? Я говорю, мне не репортят. Ты чё? Боже, я... Откуда им знать, скажи? Я Ликса так дверьми отсекал, чтобы ты его ёбнул просто. Не, Строго заслуженно, блядь, я не знаю, почему они на кнопку не нажимали. Я не знаю, я сказал, как бревна. Слушайте, ну, кусок бревна показал очень хорошую игру. Два раунда говорю об этом. Короче, вот вы сретесь, а я хочу сказать, что это было охуенно просто. Как они вас пиздили, блядь. Ребят, мы просто не стали. Я без света спряталась сверху, он там меня нашел. Ребят, это называется АФК-вин. Он пару слов за игру сказал, блядь. Строго? Нет, что ты пиздишь? Вот это просто... Строго очень много говорит. Нет, а я слышал, например, что много... Да забей, Аня. Строго выйди, плейдей. У меня сейчас, типа, кнопка была, и Строго не нажмёт на кнопку. Посиди на камеру, давай. Строго. Нажми плейгейн, пожалуйста. Слышишь, конечно, Ань? Ты был мертв, блядь. Ебать, Аня. В игре, блядь. Ань, ну, типа, ну, у меня была кнопка, типа, надо... Стартуйте, пожалуйста, стартуйте прям сразу. Там и света не было, и всего, похуй, ладно. Ну, если... Аликс бежит, вот это вот, типа, почему... Ебать, смотрите, как злой, влился в игру уже, как он влился в игру. Только ты в это верил. Давай. Бля, пожалуйста, сюда, пожалуйста. Хорошо! Пошла игра! Хорошо, Генсуха Вишня! Хорошо! Вот это я понимаю, два трейдера! Вот это сейчас будет уровень игры Пакчамп! Смотрите, сейчас, короче, пройдет минут 5, наверное, и не будет ни одного килла. Она полчаса попадала по белым штучкам. Серег, ну... Где труп? Сбегаю в О2, труп. Ну, я могу сказать одно, то, что Ликс и Глюкомоли, два, мы вот так рядом бегаем, и мы не были возле О2, потому что мы все были рядом. Это то, что не мы сделали килл, но это не так раз. Вы втроем были, да? Да, мы были втроем на электрике. Со мной еще навигация Рома был, по-моему. И мне кажется, пахнет саморепортом каким-то рядом. Тихо, где Рома был? В навигации со мной он забежал. Рома выбегал, пошёл. Серёг, Пизда, Вишня. Не, стоп, погоди, Вишня, ты забежала в навигацию буквально на пару секунд и сразу убежала. Алло. Нет, потом я сделала, там просто нужно вот так вот провести трынь-трынь, вот эту вот ракетку, я бегу на О2, у меня там рычаг, и там валяется коричневый труп. Она, я его репорчу сразу. Мне кажется, она пиздит.
Мне тоже. Нет, Вишенка. Окей, я больше в этой игре не буду репортить, чтобы... Командная игра. Нет, все, она пиздит. Гинцука была внизу на счетах. Злой просто третий раз после трейдер и вкидывает в кого-то. Она пиздит. Серег, а ты не хочешь ко мне в TeamSpeak зайти? После счетов, Наташ. После счетов я побежала наверх. Серег. Так, куда? В оружейную. Угу. Ну, пока у меня больше всего подозрений на Наташу падает. Наташа, я не заходила во двор вообще. Это, и, конечно... Ну, ничего не хочу сказать, но там задание, которое на счетах, которое делалось за 2 секунды, выполнялось секунд 10. Иксайл, ты точно это видел? Да, я видел. Потому что я стоял на счетах. Что то ты? Мне нравится, что злой меня вкидывает. Очень не нравится. Мне реально игра лагает. Ну, блядь, там... Лукомоли злой. Кого вы? Лукомоли злой или Икс красный. Прокси, ты ко мне хочешь тоже зайти? Нет, злой, так не торопись, потому что один килл был, еще второй трейдер есть. Блядь, я не туда... А мы узнали, где была Юичка. Совал, сука! А где была Юичка? Я скинул, короче, вам TeamSpeak, если у вас есть стрейд. Разница, нахуй. Камеры горели. О, значит, Юичка должна была видеть. Обсудим потом. Когда потом, блядь? Когда игра закончится? Микрофон. Бля, ебать жарко. Прям жарко, пиздец. Сейчас кондёр убавлю малень. Ебать, просто два камня, нахуй. Ну они просто... Вы знаете, вот, вроде два камня, да? Но вы знаете, что два камня делают огонь. Дабл килл. Нет, блядь, наушники. Ну вот давайте обсудим. Юечка, скажи, пожалуйста, какие передвижения Наташи Гинцухи ты видел, блядь, на камеру? Честно, я подошла, я была сначала в управлении, карточку проводила. Опять ликс нажал. Карточку затупила, я только потом уже добежала до камеры, я видела только ровную. Я был на навигации, камеры уже горели. Да, да, да. Марк был на камерах только что. Да, сейчас я не была на камерах, я до этого была. Сейчас каким-то образом в электричестве, когда я выбегала из манекенки... Опа, Рокси. Алло, алло. Алло. Так сейчас, подожди, тут у нас обсуждение. Вишенка, это что? Тебе надо в Дискорд зайти, слышишь? Я пробежала на электрику так же, как все остальные делали. Не, она была. Да, была. Справа задание. Вишенка делала задание справа. Там, нет, ну именно сейчас, там была только Почему Наташа. Почему Вишенка сейчас килы не сделала, я не могу понять на электрике сейчас. Какие, боже мой. А я просто уточнил, Аня, извини. Просто уточни. Я говорю, я больше не буду репортить, потому что, да, это... Штраф за кнопку? Не, ну... Вы чё? Сейчас. Ну, Наташа была на электрике, стояла со мной. Да, мы все вместе сейчас. Ребят, были. Получается, исходя из логики, ответственность за первое убийство ложится у нас на Гинцуху. Согласен полностью. Давайте это тогда все запомнили. Когда вообще не заходила в О2. Ну, килов нет, потом. У меня красные, это марки, ликс, мне похуй. Один килл? Он возле меня был, возле меня он был. Двух трейдеров знают. Возле меня он был, блядь. А, точно, вы втроем были. Но был один килл. Слав, заходи, родной. Микрофон. Нет, блядь, наушники нахуй. Да, 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 Слав. Слышишь, Вадя, а почему когда играет в Among Us, они все время готовы, блядь, убить друг друга, нахуй? Заходи, Слава, заходи, блядь, вместо меня будешь. Гинцуха делает просто жесточайший килл. Так. Оп, не попало. Гинцуха ёбнула типа на камерах, там, где карточку проводить, кровь увидел, убежал, так что мне дат сек. 100%. Это ты сейчас был, блядь, на камерах сейчас. Да, я был на камерах, я сейчас да. была на камерах, а ты сейчас убил в не, этом. Не, Наташа, я тебя стой, 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 Наташа, Наташа. Так кто был на камерах? Как он убил, то ты бы скорее зарепортил, чем добежал бы до кнопки. Это правда. И... Пиздёшь Наташу нахуй. Наташу ну, нахуй. Собственно, подтвердились наши опасения. Завещание или Excel, то, что это Наташа. Блядь. А так кровь так показалась. Давай, Наташ, уёбывай нахуй. Не, лучше бы, конечно, Наташа напарник убил сейчас кого-то на камерах. Уёбывай а нахуй. А Юечка меня бросила. Понятно. Что? А точно, у нас же... Понятно. Присмотрим за кого. Юечка под вопросом. Минус поинты. Юечка, да, присмотрим. Юечка могла меня ёбнуть, Олег. Она Наташа, да. Окей. Теперь вот это чудо, блядь. Блядь, ну тут вообще невозможно. Такие два камня, это пиздец. Ебать, повезло же, нахуй. Бля, у тебя что, Wi-Fi нахуй не ловит, хули так долго качаешь? Слышишь, Ваня? Да. А Вишенка, по-моему, не выиграет. По-моему, блядь. Мне кажется, нихуя у неё не получится. Тут шансов нет. Смотри, вон, оп. Шансов нет, мне кажется. Смотри, тут вообще нереальные мувы, я ебу нахуй.
Оп, смотри-ки. 69951, нахуй. Галка, блядь. Ну хуй ты стоишь-то, блядь. Оп. Слушай, ну если она это выиграет, то, блядь, это какой-то фильм будет, я ебу, блядь. Слушай, ну один килл есть, и это радует. Но я почему-то думаю, что ее сейчас просто выгонят. Смотри. В навигации труп. Право? Право. Блин, нет, ребята, нет, кажется, пахнет саморепортом, нет? Стой, подожди, нет, подожди, подожди. Ребята, опа! Где карту проводить? Не-не-не, навигация прямо... напротив кислорода. А кого убили-то, блядь? Синего, злого. Злого, злого, злого. Это кто чинил похоже, верхний О2? Кто чинил верхний О2? Я, я чинил Ладина, Вишенка, да. И еще Ючка. Стойте, была, смотрите, да? Смотрите, да. Ребята. Я на два, ну, и Ючка убежала, потом мы втроем остались, правильно? Да, Дим, да, я, да. Ты, Вишенка, ты остался с нами? Мы побежали, мы сейчас вместе с Димой убежали в управление. Да. Ребят, я бежал с Ромой вообще на электричестве. Марк, я понял, за какой электричество. Нет, подождите, вы сейчас стоите на О2 со мной в листьях. Нет, ребят, я ушел. Не-не, мы ушли. Я знаю, кто это. Мы ушли наверх, налево. Даш, ты была на кислороде в навигации с нами? Алло. Да-да-да, я сейчас была. Смотрите, пока споры. Мы сразу бежим с электричества вдвоем до нижнего кислорода. Вы там были абсолютно все, кроме Вишенки. И вы все побежали на верхний кислород. Я верхний кислород чинила, я его починила. Нижний кислород сделали мы с Ликсом. Я делала, он рядом стоял. Я прибежала и починила верхний кислород. Ты там одна была у навигации, Ань? Нет, я побежала наверх, потом с Димой в админку. Там не, ну, короче, они, да, но... Я не думаю, что это Юечка, потому что я позапрошлый раунд... Короче, пизда, Вишенка. Вы остаетесь все там? У нас посадка Юечка и Вишенка. Вас навигация убийства... Наташа изначально помогла, чтобы я вышел на кислороде. По-моему. Админки с Димой, и вы меня кикаете? Я как не на сцене навекаю. У нас под подозрением. Бля, что со злым произошло? Сейчас у нас подозрение. Ты Юечка, ты Юечка у нас. Вы очень... А я не знаю, ты на камеру смотришь? Рома, Марк, вы сейчас вместе были, да? А кому они голосуют? Мы были вместе, окей. А кто стоял, блин, на мне в О2? Мне показалось, что это Ликс и Вишенка, нет? Я была, я с ним убежали. Я убежал, но мы убежали наверх. Потом просто, Дин. Просто я когда-то делала листья, на мне еще были фигурки, потом репорт прилетел. Хорошо. А там Марк... Ой, Марк. Ну, бля, мое мнение, у Вишни шансов нет вообще никаких. Там ноль. Да, там, ну, типа, уровень игры, блядь, Крипстоун. Типа, это пиздец, блядь. Ну, у нее качество, ей боже, у нее нахуй... У нее, блядь, за компьютер, блядь, ебан. Тетрис, блядь. На Поко, что ли, блядь, я в три нахуй зашла, блядь, поиграем. Ой, блядь, нихуя тут орава, я ебу, блядь. А парни-то бравые, блядь. Какой же пароль? Ой, блядь, да не, Вишня так бегает, нахуй, об трубу бьется, нахуй. Нет, блядь. По клавишу не попадает? Да не, чел, там пиздец, там носом нажимает, блядь, по клавишам. Оп, нихуя орава, блядь, выбежала. Но! Ребята, ты меня убила в темноте, только что пока свет набежал на встречу нам и ёбнул. Я не убила, что это видела. Я только что на щитах стояла и за вами побежала в темноте. Вы что? Вы там? Нет, подожди, Аня, ты бежала впереди, ты не бежала за нами. Да. Я была на щитах, и я побежала. Мы с Юечкой видели эту хуйню. Вы уверены, да? Да. Был я на админке, был, я видел, как ты дала. Я просто увидела репорт, я по пути забежала в связь. Да, да, реально НТ. На самом деле. Я не видел, кто убил. Ну, она пыталась. На самом деле, пиздец, хуёво. Охуенно ты сбрасываешь, Марк. Он не может сбрасывать, он был на том киле на прошлом с Ромой вместе. Рома его краснил. Это правда, это правда. Вишня скипнула. А Рома меня... Сюда! Почему меня, блядь, 5 чело убежит? Сюда! Пиздишь много. Сюда! Сюда! Я говорил на первом ходу, что она трейдер. Слава зайдет? Да, 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 да. Слав, Слав, короче, зрители попросили, короче, мы... У нас вариантов других нет, мы, скорее всего, злого баллы добавим тебе, Слав. Потому что... если никто не против, алло, давай. Ты охуел, я на третьей выиграл, мне добавляй. Злой. Не, может, слышишь, закинь мне просто. Я убила, ты меня задефнул. Злой, мы не можем, мы никак не можем по-другому сделать, злой. Понимаешь, Наташа? Считай, что ты играл за Славу. У меня другого выхода не было, потому что за мной бежит Рома, и там труп, и я не могу его не испортить. Не, брат, закинь мне просто среднее количество баллов, так нечестно. Я просто сделал вид, что я тебя злой, а что тебе так? Да. Я выиграл на третьей, я кикнул красного. Ну, ради друга ты разъебал просто, зашел, выебал.
убил всех. Кто-то просто вылетел. Не, отдавай ему, мне похуй. Я не помню, у меня то ли КД был. Слав, зайди, Слав, зайди и вырубай. Если ты, например, стоишь на камере или где-то прячешься, то у тебя КД останавливается и типа... Все, злой, выходи, заходи, Дэс. Может, я просто тупанула, честно, я не помню. Отдавай баллы ему. Мне не жалко, я разъебал Слава, так ты на первом месте. Я когда сказал, что злой за брата разъебал, он такой, отдавай ему баллы. Миша, а можно спросить, ты правда была в электричестве как нормальный человек, да ты дошла и вышла? Да, она была, была. И первый килл не мой был, я Наташу дефала, потому что за мной Рома бежал, и мне не было выбора. А вы знали, как было? Короче, бежит Наташа, убивает чела, и вишница бегает просто. И за мной Рома бежит, и я там три человека сзади, блин. Такие пам-парам. Стоп, Дина, добавь бустера, пожалуйста. А, тот же, да, пароль комнаты? Да, последний. И зайди, вырубай, вырубай, зайди. Скажи баллы, интересно, скажи баллы. Сейчас, хорошо, сейчас я скажу баллы. Может, в конце, а то нам еще только играть игр. Не, а после этой игры я вам скажу. Что это за ошибка, ребят? Я еще африкийский, мне первый раз такая. У нас, кстати, Люха ковидом заболел, это пиздец. Кто заболел? Марк, просто перезаходи. Зайди публично, потом зайди опять на сервер. Да, у меня это было такое, да, просто надо это... Илюха, чё такие... Пизда, минус, Рома, минус Илюха. Рома, у меня что? В доме а ты забрал доставку там? Нет. А он вернулся. Мы, конечно, ее в отдельную комнату поместили. Но... Там очень долго... Вадя, Вадя, можно вопрос? Да. Если мы проигрываем, то вообще никакие, да, баллы за киллы не учитываются, заходи, правильно? Заходи, учитываются, за киллы учитываются. Окей. Даже если мы проиграли? Да. Окей. А баллы за киллы обоим трейдерам идут? Да, обоим трейдерам. Бля, в этом плане вообще за трейдера охуенно играть. Да, теперь охуенно. Поверь, теперь хорошо играть за трейдера. В начале, когда я играл один на 5 игр подряд, блядь, было хуёво, пиздец. В финале, да. Я говорю, мне в финале вообще ни разу трейдера не выпал. Нет, так уже все сделали. Типа, я сейчас скажу, подожди, ну мне не скинули. Мне скинуть, я скажу. Кто не зашел? Погнали тогда. Все, стартуйте. Меня впустишь? Погнали. Это Дина впускай. Дина, впусти в Дискорде. Вырубай. И первый килл на трекере я сделал, когда мы играли с Юичкой. Слав, вебку включи. Так. Все, лучше я тут. Погнали, пока там считают. Тебе, кстати, славится, что злой выиграл вроде 3 игры. Спасибо большое, брать. 2 игры. 2 игры выиграл? Спасибо, он за трейдера выиграл. Да хуя килл. Да, они убили всех, короче, за трейдера. Всех убили и выиграли. А мирным даже мертвым засчитывается победа, ведь, да? И я красного, ой, я трейдера выиграл. 0-5, 0-5 им засчитывает. Все, мы мутимся, хорошие вам игры. Да, запускайте. Рандом ебаный. Да-да-да, это я. Ебать ты красава. Нет, ты очень хорошо. А знаешь, короче, такая тема была, ты когда зашел, я говорю, сейчас еще злом выпает трейдер, и он разъебет, прикинь, я говорю. Я разъеб... Тихо, замуться, в Дискорде. Дискорд замуться. Не играет. А теперь бустер, слышишь? Блять, серьезно? Да, смотри, теперь бустер. А ну давай за бустер. Бустер, кстати, очень быстро делает киллы. А, ну, типа... бустер с вишенкой есть, что? Да, но это пиздец с камнем, ебать. Ну, с вишенкой это отмена. Сейчас я посмотрю. Ну, бустер, кстати, очень быстро делает киллы. Типа, он всегда пушит. А ну-ка, подожди, я сейчас включу фул. Как бустера ебало. О, нихуя, он ебать, он прям... Ну, бустер чувствуется, что очень быстро ехал. Он забрал Катю, сразу же приехал на игру. Красава. Респект таким пацанам, которые за движуху влетают, блядь. Рад, чтобы видеть. Слушай, ну что-то пока, если честно, у Славы... Быстрый килл не пошел, да? Да, да, не пошло. Слушай, а этот камень сделала, как думаешь, что? Вишня убила, да, вишня убила, я вижу. Вишня в канализации сидит, блядь. Слава, ну Слава, бля... Смотри, она сидит, даже не вылазит. Вишенка на камерах убила... Сейчас. Ой, вот, бля... Сделала, да, вот. Бля. Я ебал. Я на камерах увидел, я специально выключился, включился. На лицо Славы, на лицо Славы. Слава, сейчас, я сейчас была вооружей. Не, пизди. Стой, дайте сказать. Не, а пизди, ты бегала а смысл играть, Иксал, если ты мне говоришь, не пизди, я могу оправдаться как-то или нет? Ты бегала... Не, я говорю... Вишня, расскажи свою историю, Ань. Расскажи свою историю. Хорошо, пусть... Я говорю, не пизди, типа, не ври. Я только что была на оружейке и делала 2 задания. Тебя и делают репорт. Я была там. Я там была только короче, что. Не, да, мне, я типа, типа, когда тебе говорят, не пизди, не пизди, не пизди, и не дают слово вставить. Ну, охуенно играет. Макдон, Илья, на какой камере? На какой камере произошло? Баня. Чего еще раз? Где это было? Блять, я хуй знает этот коридор, который нет, вроде типа в навигации. Нет, типа просто какой-то вброс в начале игры, ну, у вас так и подумала, да. Столько а, людей, то и то вы просто кикаете. Ну это да, такой как раз бред, вишня, что она была. Ну, Вишня, я разве не прав? Нет, типа, ну тут Ань, сори, да. Ты сама не, понимаешь. Ты не прав. Нет, подожди, стой, давай мы разберем с точки ты, зрения. Когда игра закончится, мы поговорим, всё, давай. Хорошо, ну я кикнул трейдера, типа, мне как бы поебать.
Главное очки. Голосуйте. Да. Главное чьё-то очко, ага. Ебать. Бля, а как же хорошо и уверенно отыгралась с вишней. Такая хуйня, на самом деле, неприятная. Бля, что, выходить, выходить? Да. Я помню, строго сделал, что так не работает, бля, или кто-то. Поздравляю Славу с хорошим, сильным и надежным тиммейтом. Я все время так делаю, типа стоишь вот так и моргаешь. Ничего, Слава только пришел, он сейчас, я думаю, этот неподозреваемый, знаешь. Я думаю, Слава сейчас вторым тикнет. Он обосрется, мне кажется, прям тут. Я как говорю... Включает эти выключатели, нахуй он клацает ими. Ему будет очень тяжело. Бля, я бы сейчас Exile бы ёбнул. Нет, а тут, мне кажется, тут вообще беда полная. Да, они все вместе бегают, пиздец. Не, подожди, он, посмотри, строго. Строго, строго, блядь, ёбнуть надо строго, прям тут. Туда его. Все, смотри, бустера выкидывают, смотри сейчас. Да. Да. Кто бежал? Кто, блядь? Кто был в камерах стоял? С той стороны выходил Илюха, я с ним разминулся. Илюха 100% красный, потому что он выявил трейдера. Мне кажется, что Слава бегал в ту сторону, нет? Это я просто сказал, я убегал, я говорю, мы с ним пересеклись на нижнем реакторе. Ребят, мы можем красиво сказать, кто был в электричестве? Один человек в начале. Я. Илюха. В начале я был. Ну, там вот стоял, короче. Там один человек, я в конце кто был? В конце Илюха, наверное. Я. Илюха. Кто был в мидбэе в конце? Я. Чего, блядь? Илюха и Слава. Илюха не может. Нет, быть. Илюха Черным не мог игроком, не был. Слава под вопросом. Получается... Кто был Трой, на камерах? Трой, Слава, как ты в мидбэй попал? С мертвой строго. Через реактор я пересекал слева. Ну, пока выглядит так, как будто Слава убил и прыгнул. Но пока Слава под вопросом остается, потому что. Мы были втроем, я Макривский и Гвакамоле. Да. Все просто по через. Хорошая игра. Мы его не встретили. Нет, да, подожди. Илюха, можешь сказать, я с ним пересекался на нижнем реакторе. Да, мы пересекались на нижнем реакторе. Я говорю, то есть я у меня не было хватит электричества, я первый раунд их выполнил. Блять, ну не знаю. Это в начале раунда. До репорта за секунду, наверное, 30 назад. Наташа, секунд за 30? Ну так ну, это... Типа, а, так не, это вообще ни о чем. Да, секунду за 30 времени. До ремонта. Можно тоже потише сделать, она очень громкая. Ты пошел в мидбэй потом через левую сторону или через центр? Как ты пошел? Нет, я через левую пошел. То есть вы пересеклись на нижнем, ты пошел в мидбэй. Да, и потом прошло секунду 30. А, нет, ну все, тогда... Я задание уже сделал. Ну это, короче, ребята, это точно не Дина и не Гокамоле. Пока скипаем. Наташа, мне кажется, это скорее... А, и Илья, соответственно. А, мы не узнали, где Наташа была, кстати. Да, она молчит, микрофон выключил. Она замолчила. Я говорю, орёт что-то. Сиди там, говори. Не было там, там. Блин, всё, я повторила. Бля, надо было, знаешь, что сделать Славе? Надо было Славе ёбнуть и стать обратно на камеру и просто стоять. Сказать, что его подставили, блядь. Ебать, это гениальный мув, как ты думаешь? Бля, гениальный мув сейчас, как Гинсуха оправдывалась. Так, окей, опа, света нет. Пошел Славутыч, блядь, в поисках. Опа, Exile, Макривский. Бегают вместе. Если сейчас он кого-то из них ёбнет, то все, типа. Отключили, да? Глюкомоле, все супер. Но киллом не будет, ему надо что-то делать с этим. Бля, ну... Ему надо как-нибудь Наташу подставить, пока она заступила вот в том голосовании. Да, но они, видишь, вместе бегают, похуй, они да, просто бегают да, вместе. Да, они бегают вместе. Ну смотри, там бегало два человека вместе, потом прибежал Дмитрий Ликс, то есть а все остальные, возможно, бегают поодиночке. Блин, Дим. Ликс один тоже. Слава бегает, нахуй, DxRacer ёбнулся нахуй. Ему надо кого-то прям сейчас ёбнуть, чтобы это было скрытно. Камеры, как вижу, не работают. Бля, вот сюда вообще никто не заходит. Вот, блядь, ну не, рано. Вот сейчас. Нет, там могут чёрные тоже. Я бы ёбнул и убежал обратно. Да выключай ты их, нахуй ты их включаешь, Славутыч! Нет, если он будет их выключать, то... Все, пизда. Это просто репорт тайминг? Стоп! Это тайминговый репорт? Да, это просто тайминговый репорт был. Слава максимум оправдался тем, что в начале раунда переметнулся с Exile. Сейчас Exile мертв, забейте. В начале раунда я была со строго. Это не оправдывает... Exile убили? Да, Exile мертв. Exile уже позвонили, он в больнице. В начале раунда я была со строго. Килло было не больше 7 секунд.
буквально... Можно сказать? Он ушел по этой шахте. Это идеальный тайминг, на самом деле, для него. Дина, мы с тобой и с Марком не могли тогда это убить Слава, строго. Да, смотрите, мы не могли. Почему Наташа сейчас не могла? Потому что Exile побежал вниз, а Наташа побежала наверх. Я была сейчас с Наташей. Она не делает. Это Слава, 100%. Я, говорит, на электрике вырубал свет. Нет, это не Ликс, это не Ликс. Набросить по очереди, вывести и все. Слава ты. Да, я тоже давайте понял, выводим Славу, Слава. Потом меня тогда. Давайте так сделаем. Да никуда тебя выводить, ты мирный. Да Славу кидаем, и все, мы выигрываем. Ебать, Наташа разыгралась, нихуя. Не, да Слава мне не слышно всего... было, я думаю, а чего вы меня не слышите? Слава, и мы сейчас, стояли в админке, а Славы не было с нами. Уёбки вы сраные. Да пизда, прости, пожалуйста, так вышло. Вы не стояли все в админке, блядь, махи нахуй. Блядь, нахуй ты меня убил, блядь. Так, мне нужно... Так, он его по таймингам ёбнул. Да, да. Слав да. убивала выше камер, и типа я хуйня... Нет, она стояла прямо на камерах. Прям на камерах. Я, короче, стояла, блядь, просто... Ну, так, Тём, сколько у нас игр прошло? Ты бегала прямо по трупу. Ты бегала просто по трупу. Я не специально, Слав, сори. Тём, напиши в телегу, пожалуйста. Этот Excel ебаный орёт, блядь, постоянно. Стартуйте сразу, ребят, вас здесь. А ты сказал, ты очки дашь. Да, но я не дам, потому что мне Тёма не написал их. Меня убил Слава, гандон. Да? Вот так вот, братан. Такой жизни я такая... Короче, слышишь, походу лучше на зло играл за бустера дальше. Так, интересно, кто? Ооо! Ну слушай, слышишь, блять, с Макривским? Я за Славу смотрю. Блять, ему не надо было сюда бежать, ему надо было просто одного выцепливать и грызть. Грызть просто! Куда они вдвоем? Выцепливать и грызть! Даблкил! Блять, возвращайтесь, Юечку ебашьте! Так не, они могут, кстати, на самом деле вдвоём кого-нибудь выцепить. Ну, да. Блядь, ебаш! Вот Ликс... Блядь, ух ты, ну нихуя тут орава, блядь. Ебашьте, ебашьте! Не, ну тут нельзя ебашить. Блядь! Не-не-не, ну подожди, тут нельзя... Как тут... Блядь, я бы ебашил бы уже, дядь. Я бы уже бы ебашил. О, во, минус атака. Уехала. Сука, ну... Натаха уехала? Или нет? Смотри, как он тянется медленно. Я за Ромом посмотрел. Натаха уехала? Да. Слава, я за Ромой смотрел. В этом, в электро. Так, у Славы есть скилл. У Макриского? У Макриского нет килла, да, еще? Да, он а пока просто мансит. Опа, один, а блин. Ага. Пизда ему. Пизда ему. Ему пизда. Это, это не... Кто только что Exile? Это не Вишня, не Exile. А кто сейчас был на камерах? Я был на камерах. Я включил. Нет, первый я был на камерах, потом я побежал в реактор и забежал туда. Я не добежала до электрики, у меня там задания были из-за репорта. Короче, если Слава сейчас будет душить, вместе с Макривским они задушат любого. Ты помнишь, строго? Мы стояли в управлении. Ты потом убежал, ты убежал на электричество. У него инфа нет никакой. Через низ. У него Дина видела. Через нижнюю вентиляцию. Ну там где щиты, этот, но я без тебя бежала. Слава пытается больше на чили, мне кажется, Славе бы как-то собраться и больше душить. Я тебя не... Подожди, Юечка, как ты меня увидела, я тебя не увидела, если ты бежала. Заметьте, все пиздят, а два трейдера просто молчат. Слава, ты когда заходил в медбэй, кто-то тебя выходил навстречу оттуда? Рома изначально инфо дал, что типа Вишня, Илюха, красная. Можно еще скажу, когда я бежала к электричеству, только тогда открылись двери туда, потому что они были закрыты. Короче, у нас был по админке прыжок из камер в медкабинет, поэтому я и спрашиваю, видела ли кого-то Слава. На камерах я не был. Слава был в медкабинете. На камерах я не был. Я был в управлении вначале, там Макривский был. Прыгнул в медбэй либо Слава, либо тот, кого он должен был видеть. Может быть, Слава кого-то не хотел видеть? Тоже вариант. Ну смотрите, момент такой, Илюха на камеру, с камер может быть Илюху под вопросом, Диман, правильно же? Диман, я прям в самом конце включился. Мне кажется, не до, он в конце добежал. А кто до тебя стоял? А до этого? Типа когда я забегал, Макривский говорил, что он стоял. Я стоял на камеру. Ну значит, я пробегал через Лома под вопросом. Не-не-не, с какого хуя, потому что я через левую пробегал. Из трех людей, два трейтера. На камеру кто стоял очень долго вначале, я поэтому спросил. Но прям в электричестве наверху валялся. Дима, ты видел прыжки или ты отходил в этот момент от админского стола? Я на админском столе не стоял, а стоял на камере, потом побежал в реактор, видел Сайла и Вишню. Три чела, почему всех? Слава стоит. Блять, но смотри, сейчас бы Дина могла надо... А тут сейчас даблкил будет, смотри. Тут сейчас да, даблкил надо 100% делать. Не. Даблкил, и потом, скорее всего, будет размен двух убирать. Не, походу нет. А прикинь, уберут Макривского и бустера в размен. Даблкил? О, в таком месте, прикинь, два килла дать, и чё, и как мошница?
Да, мы Кривском. Кто-то успел заметить? Да в Электре. Кто-то успел заметить? Где труп? Электро где? Электро где? Это сейчас. Блин, я не вижу, где само тело. Ну, наверху. Я наверху, там где-то посередине. Бля, ну слушайте. Рома, факт, выбегал. Нихуя не было, вы что пиздите, блядь? Я только забежал в Электро. Нет, ты не... А, нет, все, Рома уходит, он не забегал. Я не был сверху, алло, блядь. Ром, ты сверху выбегал, алло. Я не был сверху, ты рофлишь? Ой, Рома под вопросом. А что значит сверху Электро? Значит, он сверху бежал. Не было сверху, они пиздят. Ты сверху бежал, Рома, не надо говорить. Нихуя не пиздят. Этот сброс еще Дины прошлый раз, что я на камерах, значит, по подозрениям. Я убегал тогда с электричества через вниз на камеры. Чё за вброс, блядь? Сверху мне не было. А вы видели его, Ром, когда типа сейчас... когда свет был выключен или когда свет... Нет, я свет починил, и он сверху выбежал. Да, он, блин, я не видел, где... Ну так когда свет починил... Блядь, старый, ты чё, рофли, когда свет починил? Когда он стоял в начале. Бля. Ну то есть ты был, когда килл был, да? Ну это в конце уже. Мы можем так чела кикать? Он прям типа, когда мы электричество чинили, ёбнул. Не, ну мы можем по рофлу кикнуть, но я предлагаю... Блядь, давай по рофлу тебе. Слава, ты заметил, что свет уже дали или нет? По рофлу, ну я его чинил. Типа я не успел нажать, но я типа на щитке один из первых был. И вот тут очень что-то быстро ты долго как-то починил, его давно уже починили. Я свет починил. Нет, там, да, судя по всему, один свет. Переключатель был всего лишь, типа, не знаю, он очень быстро. А, типа вы нет, в этом поезде бежали и убили, да, в толпе, да, правильно? Да, да. Нет, там нет. Я ничего, да, не там была толпа. Там была толпа. Скип, иди нахуй, это хуйня какая. Короче, Слава и Рома. Ребят, Слава и Рома, запомните, пожалуйста. Ликс, мы пока... Блядь, Ликс, сука. Почему Славу? Потому что он говорит, что он свет чинил, он у меня не вопрос свет. По прошлому раунду еще. Братанчик, я на свете стоял, алло. Зачем ты стоял посреди медкабинета? Алло. Алло. Что-то Ликс вообще какой-то мудрый такой. Не на квесте. Не, ну это понятно, ну не знаю. Бля, вот хоть сейчас все кажется хуевым, я все равно думаю, что трейдеры сейчас эту игру выиграют. Как Рома мог дать такой уебанский... Это что за чел лежит? Дядь, если бы я дал этот крил, Рома бы, не знаю, с кожи вон бы вылез, чтобы меня кикнуть. Он бы с кожи вон бы нахуй вылез, чтобы меня кикнуть. Поверь, он бы так пищал, как последняя сука. А чё на столе Дмитрий Ликс лежит? Чел на кнопке лежит, блядь, в Макриско. Реально. Чё за хуйня? Чё за хуйня? Чел лежит, блядь, всю инфу знает, нахуй. Это нормально? Чё, ебанулись, блядь? Кент лежит, да? Развлёкся, блядь. На. Минус Диман. Ну только не Димочка, ну за что? Короче, объясняю тебе Дины специально сейчас. Мы бегали в верхнем столе, Юечка бегала с Диманом. Я побежал вниз, и Димана нет. Ребят, Юечка, просто что напомню, смотри, что замечательно. Смотри, с вами, стоп. Блядь, стоп, как же он был Дина, блин, бустер Гоком, да, я про себя нормально. Бегал и повторял. Как же он душит это? Свою девушку, я ебал. Трогали бы Юечку. Девушка. В камерах где-то? Я тоже, когда свет выключил, не камера, килл при выходе из хранилища. Но они в сторону камеры побежали. Да, ничего не говорит. Нет, можно я скажу? А, нет, смотри. Вообще нет. Потому да что нет, меня наезжают, и это как бы не очень. Вначале я бегала с Дмитрием Ликсом, потому что я была уверена, что он красный, и по его размеру... И ты была права, Ильич. Да. И за Ликсом бегал Рома. Потом... Не, нихуя, я на столах убежал от вас, вы побежали в сторону камеры. Так, Рома, где ты сейчас был? Ромочка, помолчи, я сейчас был в хранилище справа, Рома, где до читов не добегает связь. Ром, труп на выходе из хранилища. Рома, дай мне сказать, пожалуйста. В хранилище справа, возле связи я сейчас был. И короче, потом... это вбросы один, и эта Юечка, скорее всего, идет в паре. Нет. Типа, это еще с первого круга. То есть, получается, Рома, это я с Юечкой, да? Ну, вполне возможно. Ребят, можно скажу? Потому что килл у нас сейчас один. Можно я скажу? О! Нормально. Понимаем, у кого яйца в этой семье. По-моему, я потеряла Ликса, он убежал направо, потому что начинал выключаться свет, я побежала в... верхний реактор и спряталась там. Но за мной бежал Рома. И он прям, она пиздит, короче, выносите Юечку, я готов уйти только после Юечки. Не, я думаю, у нас еще завещание от Ликса, думаю, я думаю, что это Рома, я думаю, что это Рома со Славой. Слава странно бегал, когда Марк делал дела, Какие дела, Дин, какие дела Марк делал? Марк стрелял, астероиды стоял. А потом листики выкидывал. Я странно бегал, да? Вы сказали, подождите, вы сказали, что вы никого не выгоняете, алло. По-моему, пизда. Так у меня автоудачно стоит автозаход в этот канал, пацаны. Сарямба. Здорово, Рафаэр. Здорово всем. Я пойду выше. Да, давай. User left your channel. Катюх. Китюх. Рафаэр. Катюх, пизда твоему этому мужику. Твой мужик-то, блядь. Слава ничего не может сделать. Он ничего не может сделать, потому что он ебаный огурец. Типа... Блядь, как двигается он, как Йосип, сука.
Ребят, вы теперь знаете, теперь вы знаете, как двигается Йосип. Куда Лик со стола пропал? А там это такой макриска. Слава. Блядь. И что делать? Да тут, блядь. Да ебашить в толпе, блядь, что делать нахуй? Ты понимаешь, прям нагло, что... ебашить. Ты понимаешь, что фишка заключается в том, кого бы он сейчас не убил? Что он делает, блядь? Навутыч, блядь, ебаная ты, а зачем? Бутылка пива. А зачем он этот открыл свет? Включил. Он же мог там ждать просто, нет? Кто-то умер? Нет, не умер. Нет. Блять, просто, сука, это а почему никто свет не шел, не шел, еще не чинить? Потому что стало страшно, пиздец. Да, я с Люкой стоял. Короче, для меня... Мы с Марком вовне не нет, для меня сейчас строго 100% красный игрок, потому что мы в углу стояли с ним, зажались, блядь. И было очень страшно, блядь. Я направо убежала. Мы с Марком в обнимку были. Блядь, сложно как, короче. Да это не... Слишком много чего знаешь, что они красные. Юечка строго и... это... и кто еще? Ну, для меня красные игроки, типа, прям 100%. Потому Марк что Ючка увидел Мактивского. Да, ну и хотя да. И ты можешь считать красным игроком. Черный, соответственно, типа, Голкомали с бустером остается. Тэпки, Вадя. Бля, это ой, подожди, забыл. Приучайте, подождите, изначально ты, сука, сами... так стал, бля, двигаешь, да? Бля, ну тут пиздец, если честно. Да, ты не выиграй. Пепки, брат. Я еще весь раунд не выиграл. Для меня же у Мастера фонарь взял. Случилось, что он по одному пути бегали. Просто на Марку сейчас было подозрение всю партию. Либо Дин и Ючка трейдеры и пизда ГГ. Не, мы бы тогда сделали саботаж и убили бы вас на входе в реактор. Не, или у Дина не может быть трейдера, она не может, как бы. Да, она выиграла тоже. Ну, для меня остаются два серых игрока, Гулакомоли и Бустер, типа. Ну, строго меня бы, блядь, если бы я был серым игроком, я бы ёбнул строго. Строго бы ёбнул меня. Я видела двоих на читах, но я стояла в админке. Это мы были с Гулакомоли. Не, ну я его включал, я бы сказала, 80% подозрений у меня в Славу, и 20% может быть можно оставить там на других. Ну скажи, что ты включил свет громче, блядь. Что все услышали. Мы были со строго, блядь, в углу. Бля, проблема заключается в том, что Слава уже второй раз за трейдера сказал, я свет выключал. Я бы ёбнул сейчас Эксайла. И потом сказал, что Слава. Пускай мой голос полежит к тебе, Слава. Блядь, за что Слава не полежит в твоей жопке, блядь. Ну я, если честно, вообще даже не понял, что вы решили кикать, потому что, типа, он так уверенно говорил, что вы, я ухожу только после Ючки, оказывается, что вы гоняете Максиску. Эксайл и строго вместе, смотри. Хорошо, да, извини. Бля, Слава немножко по морали просел. Ну, типа, это очень... Ну да, кстати, на самом деле, Злой правильно говорит, сейчас пойти третьим просто к Илюхе и к строго, убить кого-то из них и просто жестко начать орать, машинить все, типа, кто-то из них, и все. Слава так умеет, только он сейчас такой немного более... На чили, да, мне кажется, не получится. На члене, скорее всего, даже больше. Ебаш строго на камерах и говори, что это Exile, блядь. Там Илюхи нету просто. Важно. Он растерян. Все, забей, он растерян. Дина, блин. Нет, Дина, блядь. Ну ебаный ты синий, блядь. Да он ничего не может сделать. Ну, типа, ему правда очень сложно. Эксайла пускай хуярит. Он уже держит килл. Эксайла хуярит. Пускай прям сейчас. Блядь, ну свет. Да тут... Блядь, что это за сестры с братьями? Да вся семья нахуй играет, что ли, блядь? Бля, как же они душно... Да, они от него мансят. Типа, все уже. Тут сейчас просто голосование будет, если он даже никого не убьет. Его, скорее всего, уберут. Папе будет пробовать? Надо по одному ебашить. По одному Эксайла, блядь. Да, заднего Эксайла. Эксайла, не беги за ним, не беги. Подожди Эксайла, блядь, ну подожди Эксайла, я выеби его. Блядь, что происходит, блядь? Но он боится, ты же должен понимать, что он сейчас очень сильно боится. Дай уже до конца хуярит, а не как очкошник. А сейчас бунтует это чего? Не знаю. Но у меня как бы в чате может делать все, поэтому там вообще бунтует, когда попало. А, понял. Вопрос нет. Я разорю тебя. Он сейчас тильтанет и кого-то ёбнет. В сморках. Я хз, за что тильт вообще. Но я думаю, что скорее всего какой-то штраф опять, я проебал. А, да, походу ты штраф какой-то пропустил.
Ну, или они так подумали. Я не знаю, что ему здесь делать, вот. Но у него такая пизда. Ну... Пашет, пускай кого-то. Я бы на его месте, знаешь, что сделал? Выключил бы реактор и убил бы строго. Это да, единственное. Я тоже. Я ничего больше не вижу. Делает. Да, ему до Ванька убивать как-то. Только как, блин? Потому что они все вместе остальные а бегают. Да, делают задание. У меня про задание тоже пару минут, блядь. Да, у меня задание не сделано, если честно. Труба ФК стоят тоже 100%. Ну, я прям много заданий сделал. Я все сделал. Я все доделала, я все сделала. Я уже хуй, я уже один начал бегать, чтобы... На первом месте, кстати, сейчас, представляете, кто? Строго, ты все сделал? Мне два задания. Этот, блядь. Даш, ты все сделала? Как ему? Строго, прикиньте. Наташ, я все сделал. Он за трейтера пришел, да? Охуеть. Я могу, типа, сказать, что я просто с кем-то буду бегать, но не буду говорить, что с кем-то. Не можешь. Нет. Блин, ну на самом деле, мне кажется, ничего. Просто я была сколько времени уже и с Марком, и с Эксайлом, и сколько проводили времени. Не знаю. Уф. Я за строго и устрою. И сколько ты проводила времени с Так, ты труп, ты. Ты на где принимай так говорить. У меня пока все стрелки указывают на Славу. Я помню еще вот эту ситуацию в медкабинете из первого раунда. Вполне возможно, блин, не исключено. Ой, блядь, а есть уже. Мы скипаем, да? Мне так страшно, я боюсь, что Славу. Мы скипаем или выгоняем Гуакамоле, а потом бустера в размере. Схуяли меня вообще выгоняем, алло. Что за хуйня? Скипаем просто и делаем задание. Да дядь, но у нас осталось два задания. А у кого осталось? Еще раз. У меня два задания осталось. У меня больше осталось. Ё-моё. Юечка, может, это ты? Саха, у тебя сколько заданий осталось? У меня все задания. Не, это не Юечка, ребята, это точно не Юечка. Чё? Она Макривска водила. Я пошутил. Слава, говорит, все задания. Бля, ну по сути же... Иногда же чудеса происходят. Не тут, он очкует, блядь. Он теперь лови эту Дину, нахуй, за волосы. И что? Чего? И что дальше? Нормально бы началось. И что дальше, злой? Ухуяришь его в уху. Ну давай, смотри, ты хватаешь Дину за волосы. Смотри, я сейчас, смотри, делаю один реактор. Микрофон. Я сейчас, смотри, что я делаю. Я сейчас включаю реактор, ловлю последнего, даю ему просто подсрачить один. А я думал, ты, короче, выключаешь свет, берешь Дину за волосы, начинаешь ебать ее в рот прям жестко. Не-не-не, я не могу так позволить. А на камеру стоит и ты Ликс дрочит. Ладно, осуждаю. А строго все это видит на камеру. Слава! Что-то не особо прибавилось. Слава! Да? Привет. Здорово. Ты сейчас где был? А кого на камерах. Никого не убили. Никого не убили. Не-не-не, подождите, я сейчас вместе с Диной выполняла задание, проводки, и у меня сверху анимация то, что открывается люк на камерах. В медкабинете? Не-не-не, в... В электре? Камеру. А, не в камерах? Надо говорить, что он был там со строгой и вкидывать Юечка срочно. Ага, и я тоже пошла проверять, я рванула сразу же и пошла проверять. А я не заметила. Ну, я так не вглядывалась, если честно, я уже выполнила все свои задания. А я смотрела, я говорю, что я весь раунд снял на камеру. Подожди, стойте, ты была в электрике и увидела, как, ну, типа, через стену люк открывается. Ну да, там, когда... Там видно, по-моему, там это видно. То есть у меня, да, у меня в начале раунда был строго и в конце раунда строго прибежал, все. Это видно, типа, по-моему, да, по люкам? Бля, Дина, мне кажется, Дина, это ж видно. Дина, ты первая в СНГ. А, подожди, бля. Даша, мы с тобой в электро были? Да-да-да, ты видел, я проводки делала, и у меня, типа, вот эти проводки, и сверху там было, ну... Ребят, если что, это баг, как минимум, это нельзя обсуждать, ну, типа... Но мы не знали, что первый раз об этом слышал. Это не считается официально багом. Это баг, но рабочий. Подожди, но это же... Это не баг, но это элемент игры. Это баг, но рабочий, поэтому... Это элемент игры, это не баг, ребят. Нет, у меня весь чат спамит, что это баг. Да, спамит. Ну сейчас мы проверим, рабочий ли это баг или нет. Так винты же дергаются, алло. Ёбаные вы уёбки, блядь. Бля, я долбоёб. Винты же дергаются, когда в них кто-то залезает, не? Чё, рабочий баг? Бля, что это за хуйня, блядь? Не, это все видят, это играется, это не баг вроде. Ну подожди, ну это же... Сквозь стену, рабочий баг. Так ты сквозь стену видел или то, что он просто подпрыгнул? Да, я сквозь стену видел другую комнату, типа там. И другую еще. Ну там безвыходная ситуация была, потому что мы все вместе как бы бегали, у нас задание плейное. Там это не играет роли вообще.
Да, это я говорю, задание никто не выполнил. Это уже мёртвая игра была просто. Да, нет, прикол, прикол в том, то, что я как... Да там у Славы так все хуёво было, если честно, там пиздец. Он не мог убить. Вас там бегало 4 человека и бустер. Бля, на самом деле, Бартан, вот из-за того, что мы не договариваемся, так даже сложнее, потому что и в кучке нельзя захуярить, типа вот такая вот тема. И потом нельзя забайтить. Нет, так это наоборот, так это наоборот зависит. Короче, сейчас на первом месте до этой игры был Ваня Строго с 3-4 поинтами. Потом идет Рома 32 поинта, Марк 30. И Слава 29. У меня это сколько? Проебано. Это без этой игры, да? Это без этой игры, да. Блядь. У меня сколько? Мы играем. А дальше? У тебя 21, Илюх, ты красава. Я на последнем месте. Всех назови. Не-не, Айовичка 17. Марк 30, Илья 21, Наташа 22, Дина 28. Ваня 34, Слава 29. Она прошла. Вишня 21, Ликс 28. Ликс тоже очень близко. Все, стартуйте игру. Плохо, меня здорово. Первым убили, блядь, несколько раз. Только сейчас. Меня тоже, Илюх. Это полная хуйня. Сейчас приду на зарядку поставлю. Меня тоже постоянно первый, второй убил. Куда на зарядку? Я уже его начал. Сука. Да бля. О, бустер Строго. Охуеть. Да как перезал. Это возможно? Я не понимаю. Нормально. Короче, игра как будто багается. Вот я не знаю, не устану это повторять. Игра как будто багается и дает постоянно одним и тем же. Минсухи, минус, чекай. Смотри, как минимум у Славы сейчас нет морали играть. Я сейчас приду, брат, я еду возьму. Давай. Уже? Труп случайно не на камерах, потому что камера резко. Труп на камерах, да, труп на камерах. Смотрите, это точно не Дина, не Рома, не Рома. Не Глокомоли. И точно не я, не ловушку поломали, ловушку поломали. Надо было узнать сначала, кто на камерах, а потом... Не, нормально, нормально. Стой, стой, стой. Аж голову не поднимай. Наташа, ты первый. Я вижу, ребята, кто пробегал, видел, блядь. Кто был на камерах? Дим, я, а ты можешь сказать, где убили? Я просто... На камерах, на камерах, на камерах. Смотри, Ликс, Макрил, ты же играл, ты забыла, что ли? Ликс, как ты убил? Я, Марк? Не совсем. А, ты уже забываешь, я в электро был, я в электро. Подождите, ребята, как вы узнали, что на камерах? Я просто, типа, такие вбросы уже. Ну, видимо, по админке движение произошло. Бля, а что-то Строго не стоит на камерах, блядь, первую игру нахуй. Строго где-то был? Я на камерах не стал, когда со Славой был. Ой, когда сосал, бля, хуй. Я убежал с Наташей налево, когда в самом начале игры. И начал выполнять здание слева наверху. Наташа убежала вниз куда-то. Сейчас у нас не Дина. А что потом ты сделал? Подожди, Натаху... Потом убежал вниз и репорт прилетел. Бля, я хочу, знаешь, чтобы Наташа примерно до конца дожила хотя бы в одной игре. Нет, это нереально. Дядь, я хочу аналитику слушать просто, чтобы она была мирная. Нет, она не досидит никогда. Это такая мавочка. И ты этот кнопочку нажимаешь. А слева наверху где я, Строго? Я не знаю, ну, прям слева наверху там. Дин, задание... а почему ты в меня вбросила? Можно просто так, узнать? Просто так, Ань. Блядь, Дин. А Строго, ты нашел ее труп, просто не успел зарепать, да? Я не нашел, я не успел добежать до камер. Но мне кажется, это Дина. Скипните. Я была на лоб. Не, Дин не могла убить, алло. Мне кажется, это Дина, ребят. Пока что все указывает на то, что это Строго, если честно. Ну, Строго пока под вопросом, да, играет. Короче, Дина, ребята, я бы не понял. Дина, вкидывайте, блин. А че, на Ваню? Не, ну, получается, я телепортировалась. Ну, все равно один только килл, второй-то есть рейд. Бля. Хули жмешься по углам. Ну что-то как-то, короче, опять хуёвенько, по-моему, всё началось. Он убивал её. Я в электричестве гуком или всё. Тихо, завалил я ебало, всем пока. Так хорошо. Ну типа, бля, я хз, есть ли смысл вообще за бустером смотреть? Он в таком тильте, мне кажется, что... Я за Строго смотрю. Мне кажется, бустер даже киллы не будет делать, хотя вот, кстати, он уже на кнопке держит. Фига они одновременно делают. Таньком. Ну, на кнопке держит, но что-то пока, блядь, какое же душнилово, сука. 8 человек в одном месте, это пиздец. Посмотри, как они двигаются. Ну, это же полный пиздец. Ну да. Ебучие тараканы, блядь. Когда свет выключают, они в кучу, нахуй, включают. А когда вот с такой кучей убивать, если ты, типа, это вообще, да, сложно замашнить будет, что, типа, это не ты сделал? Ну, 6 человек с этой, просто двое убивают в толпе. Их человек, кто это сделал? Смотри, если сейчас они двое убьют, подозрение на Строго. То есть Строго сразу выкинут. Я просто ни разу не видел, что такое. Хотя я помню инсайдер Ваня, он убивал всегда в толпе. И он делал, ну, типа, хорошие киллы. И, типа, ничего не происходило. Где Строго? Сейчас? Сейчас что-то прям... сейчас, брат? Сейчас что-то, если честно, очень плохо. Ну, никого не убил?
Строго только сделал один килл. Строго уверенно играл со мной, потому что он знает, как я играю. Мы хуярим просто все подряд. Да, у вас идеальная игра была, где вы 4 килла сделали. Я не знаю, за секунду, блядь, 4 килла, это пиздец. Это вообще было идеально. Может, замечание им сделать, чтобы они сейчас так поменьше толпы хуярились? Ты в этом ничего не сделаешь, понимаешь? Строго, бля, не может пароль нахуй ввести, бля. Пароль неверный. Нет, штрафов за то, что они бегают кучей, не будет, типа, ну мы не можем. Ну тогда, блядь, все будут бегать раздельно, и будет полнейший хаос. А фишка турнира только почему? В том, что мирные, типа, сплочаются и пытаются найти мирных. А в обычной игре они просто бегают налево-направо, и их просто калашматят. Диман стрим чекает, он нажал на кнопку, откуда он знал, что труп на камерах. Опа, блядь. Опа, нахуй. Ебашь его! Ебать, никто не... Ё-моё, ни одного трупа? Я нажал сказать, что я сделал все задания. Да. Красава. Оперативненько, ты слышишь, у меня тоже осталось одно задание в оружейной и в этом. Строго, чё киллы не делаем? А вот у меня есть задание. Эксайл, сколько тебе метеоритов осталось? Старый нахуй, не пизди. Ты меня что-то спрашивал, Илья, или нет? Давай. Лич, что ты сказал, Аня? Говорю, а чё строго киллы не делает? Неудобно? Так, блядь, ты за ним всю игру, блядь, бегал, ёбаный. А я думаю, это строго, я думаю, это строго. Я на камерах смотрел, сука, блядь, вы бегаете, как будто прилипли, блядь. Согласен полностью, голосую в этого, блядь. Знаешь, ты такой говоришь, вот я был с Наташей, и рядом с семестром, где её убили, никого больше не видел. Если ты хоть кого-то видел, а то никого не видел. Баня, зачем ты данные закачивал? Просто киллов-то. Вы типа строго льете или что? Да. Я называю это АФК-кик. В смысле, вы сказали... Бля, я не понимаю, а я не понимаю, нахуй они строго голосуют. Ребят, мне надо... Вы ропите? Ой, бля. Больше, вы поебать вообще. Что был, что не было. Нет, просто бросили то, что строго то-то, строго это, бля. Охуенное голосование. Спасибо за минус поинты, уёбки, бля. Без суда, без следствия. Илюха докинул. АФК-кик. Бля, если честно, что-то безумный какой-то обидный кик был, я не понял. А на камерах так и будет всю игру проводить или сейчас начнется? Блять, они сделали один, а киллы засчитываются при выигрыше или похуй? В похуй. А вы хотите сказать, что бустер проголосовал строго, да? А ему балл за это будет? Не, не будет. Имба, кстати, фарм. Не, менять правила никто не будет. Вот трейдеры иногда отыгрывают настолько охуенно. Он как злой отыграл. Он зашел, просто разъебал все. Брайан, нахуя? Марк Вишенко, у меня к вам вопрос. Ну что, мы правильно кикнули, все красиво. А расскажите, пожалуйста... Ну ты так не можешь говорить. Кто из вас последний забежал в Электру? Что до кика, что после? Мы бежали шаг в шаг в Электру и побежали потом по левой стороне до камер. Да, встретили там бустеры и побежали на камеру. В Электрике ничего не было и никого, ни трупов, ни людей. То есть когда мы пришли в Электру, там никого не было, да? Никого не было вообще. Пусто, мы прям забежали до конца. Бля, ну на месте бустера нужно хотя бы какие-то киллы делать. Он выбежал. А почему вы молчите? Бустер прыгнул по винтам оттуда. Он, ребят, смотрите, выбирал сначала между камерами и медбэями, в итоге прыгнул в Электру. Я побежала в Электру встречать того, кто оттуда выйдет. Вышли вы вдвоем, я пошла нажимать на кнопку, чтобы узнать, что к чему. Дин, если вы сейчас опять на Славу гоните, то могу немножечко тоже добавить масла в огонь. Он сейчас только что сказал, ты не можешь быть так уверен, что мы кикнули точно трейдера. Потому что киллов нет, братан. А я, ну, я не знаю, я хоть и не трейдер, я с ним согласен. Объясню, почему. Потому что мы просто так чела кикнули. Типа, не просто так, Ром, задания почти все выполнены, киллов нет. Трейдеры сейчас проиграют по заданиям. Это невыгодно, надо либо рисковать. И что? Ну, видишь, риска не получается. Но при этом Слава, кстати, кикнул. Я в голосовал, типа. Ребята, сейчас тот, кто выбегал из Электро, является предателем. Ну, Слава, вы хорошо. Слава, Вишенка и Марк встретили Славу в Электро. Да, сложновато. Смотри, я по админке увидела, как человек прыгает из камеры Минбэя обратно и потом в Электро. И в Электро в итоге остановился. А в итоге она нас встречает. Да, я бегу в Электро увидеть, кто оттуда выбегает, и выбегаете вы вдвоем. Поэтому я бегу на кнопку, нажимаю, узнать, кто второй туда пришел. А вы мне рассказываете, что вы зашли и встретили там Славу. Ну, да, блять, да. Что это за хуйня? Зачем мы играем с этой темой? Это пиздец, она что, показывает то, куда прыгает, блядь? Да, она прыгает. Это же ёбнутая тема вообще. Подожди, ну это часть игры. Ты можешь его выключить, да. Саботаж на нее есть. Мы еще правильно. Мы строго выиграли правильно? Блять, я не понимаю, нахуя вы строго. Я сам признался, что он был там, где убили Наташу. Да, вы выгнали сразу двоих.
Блять, хватит меня убивать первую. Я нету правила, что. Блять, духота. Правила меня не убивает, ребят. У вас было очень сложно. Просто. Слышите, ребят, алло. Вы можете? Все просят, чтобы цвета сменили, потому что, если честно, Бустер. Давайте никнеймы рандомные сделаем. Не. Смените цвета, вдруг это типа как-то, ну. Да, я попробую. Тут влияют цвета на самом деле без шуток. Он просто типа. Три игры осталось. Так может и скин одинаковый поставим? Нет, так у вас нет, у вас без скино вообще. Без кино, Ром, дай, пожалуйста, мне белый цвет. Одинаковый скин прикольный, допустим, сначала запрыгнул. Нет, нахуя, да, не, нахуя. Просто ну, все да, типа одинаковые. Можно я за водичкой схожу? Вишня, дай цвет. Кто? Можно я за водичкой схожу быстро? Да, Слава очень много играет за трейдера, и причем типа ему падает... Я уже не хочу, блядь. Да, ему падает трейдера, он вообще типа не готов. Стартуйте, нажимайте. Да похуй, стартуйте. В этой игре почему-то так всегда, если тебе начинает падать трейдер, он весь вечер падает. Да, да, да. У меня так же было 8 раз. Попробуйте кинуть сейчас бустера сразу. Мне вначале упал трейдер, блядь, я хуйню сделал и все. Стартаните, кто на кнопке, блядь? Блять, Батя зашел, показал вам, как надо на трейдере играть, блять. Пожалуйста, стартаните эту ебаную игру. А, все. Не камик же, или что ты? Опа. Что? Да, похуй. Блин, пропустил. Мне очень интересно посмотреть, как играет Ликс. Я тоже интересно, потому что он засосет, мне кажется. Все, это Ликс трейдер. Посмотрим. Вот он всегда выебывается. Смотрите, он сейчас будет ниже травы. Ниже травы просто. Кто честный? А, кстати, трейдер опять упал. А он будет вообще молчать? Но это не тот зеленый, тот был огурец прям. Мне кажется, смотри, сейчас Ликс, он Ликс будет просто такой, такой хороший, такой добрый. АФК, АФК, да? Кнопку не будет нажимать, смотри. Опять Наташу? Реально? Вебку срочно. Я не выбегал оттуда, я бежал. Я не выбегал оттуда, я еще раз объясняю. Я еще раз объясняю. Это точно не Дина. Я еще раз объясняю для строго, блядь. Что, смотри? Что, пошла? Седьмую игру подряд. Я выполнял задание, потом выключился свет, побежал вниз, увидел строго, что он бежит наверх, и побежал просто с ним. Можно я скажу, блять, на самом деле вообще неприятно. Аня, нахуй ты ее позвал, если ее ебашит, пока да. Да, это пиздец. Какой тип. Давно не играл, открывайся. На самом деле не сидела, блядь. Традиция, первый килл с ногинцом. Ликс тоже там сидит, если что. Какой труп? Я с оружейкой бежал по коридору. Где труп? Вот два? Рома, он типа очень начал крушить. А что с того за на админке, когда мы потом уходили в свет? Я во два не заходил никак вообще. Я была на админке. Так, окей. Кто еще был с Ючкой? Кто-то был? Юч. Мама там еще. Бля, я не буду, я не удивлен, но если там еще там раз убьет Генсуха, она просто зарноет и выключит стрим. Я потом подбежал. Мы были все внизу, побежали свечи, а я стоял на бензине, Дина пробежала. Да, подтверждаю. Гвакамоле, где ты был, Марк? Я себя красил, ребят. Человек, который в секунду починил свет, это был я. Ликс, ты его видел, когда бежал? Это не окраснеет. Марк, а куда ты вышел? Я направо наверх побежал. Я в этой же... Подожди, а как мы не встретились? Подожди, а как мы не встретились? Я... Стой, тут есть люди... Ты в комнате остался? Стой, тут есть люди, починившие свет. Нет, я его починил. Какие ко мне вопросы? Ладно, хорош. Тогда остаются Макривский, Макривский, строго бустер. Макривский, строго бустер сделали этот килл. Ну, кто-то из них. Я честно. Услышал. Дин лучше просто. Спасибо. Ебать, меня вкинули нахуй. Ючка вкинула и строго. Чё он с микрофоном делает? Стоп, а почему? Стоп, а почему Ючка и строго вкинули в Макриско? Я что-то просто... не понял. А замужен или нет? Теперь нет. Смотрим на идеальную идеальную отыгровку Ликса. Он же постоянно выебывается, когда играет за этого, за красного. Мне вот в последнее время нравится, типа, как очень играет Байовал, злой, потому что они просто всех крошат. И как играет Инсайдер. Тут Инсайдер прям очень тоже красиво играет. Ну, кстати, смотри. Лик сейчас старается делать то же, что он делает за красного. Но он видит, где меньше всего, и я бы на его месте ебашил бы прямо сейчас. Прям тут. Так вот, пиарит. Дина, бляха-муха-шлюха, вот. И блюк. Вот, все улетело нахуй. Ему главное винты не перепутай случайно. Просто репорти и скажи, что она на реакторе. Кенни. Кого, вот так мне нравится играть. Кто слева был сейчас? Как в админке. Слав, как и просил. Ты слышишь его голос? Как и просили? Я... Кто был слева? Раз, два. Кто сейчас слева был? Где труп? Кто реактор чинил?
Мы с Юичкой бежали. Еще был... Я починил нижнюю часть реактора. Да-да-да, Рома стоял на реакторе. Бля, я чувствую. Я навигатор. А что, никто не... Стоп, а какого хуя Алекса бровки? Не, на реакторе слева. Кто был наверху? Наверху кто-то. С Ромой. Кто был Я был снизу на реакторе. А кто-то был сверху? Реактор я починил. Мы потому что с Юичкой не добежали и починили его. Бля, кстати, Дину, по-моему, первый раз убили в начале. Четыре было, еще кто-то сверху. А что ты молчишь? Да, я же говорю, я самый пришел на верхний, вообще циферки эти делал, потом сработал реактор, я на него сразу встал. И ждал, когда на нижний кто-то придет. Так, и никого не было, получается. Строго встал на нижний. Я нижний чинил. Строго с электрикой бежал. Строго, ты где был? Строго, ты видел Макришку? Я со Славой был. Алло, я нижний реактор починил. Он с нами, он, да, он побежал куда-то вправо, но, бля, мне кажется, Рома 100% я видела, Рому, Юичку. Куда бы не добежал Строго, погоди секунду. Я был в админке, потом Строго, погоди, Строго! Короче, сейчас вам объясняю. Я говорю, первый это 100% Рому еще по первому раунду. По какому первому раунду? Ты сейчас меня гонишь, я тебе объясняю. Я стоял с бустером на электрике, ты прибегаешь, я убегаю. Если у нас труп на навигации, каким образом я его убил, если я нижний реактор отключил? По факту. Ребята, ну, на админке, извините, я перепутал. Реально прям как я заказывал, бля, как парами, получается. Мы чего ничего не можешь сказать по первому раунду? Это ты нахуй саморепортом первого раунда? Смотрите, это разноцвет, ребят. Это разноцвет, если Строго качурится, я играю со Строго, то и... Убейте меня, блин. Ну, я имею в виду, я играю со Строго не в плане вместе бежать. Мы голосовать будем вообще? А в плане, что... Хорошо, слава богу. Хорошо, хоть он это сказал, блядь. Микрофон. Бля, бедный Диман, что он делает? Он, у него как будто нахуй другой игры вообще нет. Посмотри, он прибегает туда, блядь, постоит. А кто у него снимает? Постоит, блядь, снимает риски, да? Ебашьте ее, блядь. Марка в этом. Блядь, ну что ты ждешь, сука, блин? Блядь, злой такой нетерпеливый, это пиздец. Я бы ебашил бы по КД, просто они бы не видели. Самый лучший. Вот, вот так вот нахуй. А кого он убил? Убить сейчас надо вишенку еще. Строго укила, строго укила. Вишня, ты видела? Да, 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 да. Строго. Давай, давай. А, вот. Даже я там был. ГГ. Я починил свет первый, я починил свет, я встал на свету и починил свет. Подожди, я понимаю, Ром, а ты не можешь... Посмотри на Ликса. Тайм, куда еще не было? Не, я просто... Не, я не думаю, что это Диман, потому что... Не, я не думаю, я тебе объясню почему. Потому что в правой части, когда мы были со Строго, и Строго зарепортил труп, и если мы там были вдвоем, то это Строго 100%. А, ну окей. Подождите, но при этом Ликс единственный нашел труп. Я не находил труп. Ты нашел труп! Я на камерах стоял! Ты просто такой... Подожди, Строго, ты на камерах стоял? Да, я на камерах стоял и увидел, как Ликс... Рома, ты не думаешь, что пробегал Дима, он убил, я убежал на тебе... Мы можем вывести Ликса потом, но это точно сейчас Строго, потому что я объяснил, почему он Строго. Потому что он ебнул Гинцугу. Я бы сначала, наоборот, потому что, Макриски, ты идешь в паре к Ликсу, а... Каким образом я в паре Ликсу иду? Ты что, ровнешь? Строго сначала говорит, он не видит... Да Ваню проще выгнать! Ваню потом проще выгнать, чем Дима. Наигрался, блядь. Наигрался, лох, блядь. Да выебался, улетел нахуй, блядь. Просто и все, типа для меня. Блядь, такой охуенный. Диман валяется, блядь. Димана вроде кикнули, он остался. Короче, смотрите. Он до сих пор так же делает. Смотрите, ребят, знаете, что сейчас будет? Сейчас Бакривский нажмет, чтобы кикнуть Строго. А его выкинут самого. Смотри. Смотри. Выводим Строго в размен. Да, хотите выводить, но я говорю, пожалуйста, следующий раунд просто кикните Макривского. Мне кажется... Это... Нет, мы меня не кикаем, мы тебя выводим сейчас в размен. Почему мы не кикаем Макривского? Нет, схуяли мы меня кикаем? Почему мы тебя не кикаем, Макривского? Схуяли вы меня кикаете, скажи мне, пожалуйста. Изначально. Нихуя мы меня не кикаем, нет. Я не знаю, я вообще в Макривского голосую. Он, блядь, сопротивляется нахуй. Охуенно вы придумали, блядь. Изначально у вас был разноцвет. Мне кажется, все сейчас голосуют в Макривского. Видите, в кого? Ты пиздец, как дефол Ликса? Я Ликса! Я не слов!
про Алекса не сказал, ты долбоёб? Я не дефал Алекса, я увидел Строга на трупе, и Строга у меня по первому раунду черный, значит это Строга. Что еще раз, Вишня? Вишня, доверься, пожалуйста, просто, доверься. Юшка, ты кого? Я не верю в такой майндгейм с Ваней. Не, ребят, вы просто экстрасенсы, вы гений. Я просто не верю, что Ваня бы такую гениальную игру сыграл. Я просто я не знаю, у нас сегодня стак. У нас сегодня стак экстрасенсов, блять, удачи вам. Я просто, Ром, я просто забываю, что обузить камеры можно, и там не видно, кто там не было, типа на камерах никого, и потом по факту, блять. Дима, как ты мог? Блин, просто хватит меня, пожалуйста, первый четыре подряд, я вас очень прошу. MVP этой игры — это Гинсуха. 7 раз подряд умерла в первое. Блять, как вы заебали, чтоб ты не думал, что ты. Типа мы экстрасенсы, смотри, смотри, к нам бежит Диман, мы выбегаем наверх, и я вижу, как Дина, подбегает Ваня и не успевает репортить. И, ну, просто мы видели, как Ваня стоял. Он прям бежал, ну, я видела, как его ножка, типа, подходит, но он не делает килла, я вижу, как он просто подходит к трупу. Ребят, вы экстрасенсы, потому что вы не вводите строго. Я два раунда, окрасняюсь, я нихуя не делаю, я выключаю, включаю первый свет, я бегу первый, включаю реактор, вы экстрасенсы, меня кикаете, хотя строго должен был уходить. Сейчас в размен с лицом. Давайте, я запускаю и играю. 9 человек, подожди. Не убейте, кто убьет меня, блядь, первым. У меня вылетело. Ебаный просто. Сейчас включаю. Нахуй. А чё, по факту, блядь. Я просто поверила по эмоционалам. Подготовься заранее, слышишь, вебку её на фул сразу. Если ты стоишь соло постоянно каждый раунд, у тебя бежит. Что? Я бегу, все разбегаются. Давайте не ругаться, давайте не кричать. Да, да, Ваня просто в конце. Я очень хочу, чтобы сейчас первый били гирсуху сразу. Да, Рома с Ваней кричали. А просто когда, блядь, тебя 7 раз подряд, блядь, убивают. Да не, нихуя, блядь. Нажми, пожалуйста, старт. Я просто обрываю. Да, я нажму нормально для этой игры, я понимаю. Я понимаю. А сколько у нас еще партий? Сейчас я скажу. По-моему, вот это и следующее. Да, две. Хорошо, кто трутер? У меня пустой карман. Гуакамоле, хорошо. А гуакамоле с кем? Бустером. Нахуй! Сразу, бля, ебальник от Гриса. Это Гинсуха была? Нет, Экзайл. Блядь, я думал, реально, слышь, Гинсуху опять убили. Марка, нормально то, что ты прям при мне сейчас убил Рому? Ты рофлишь? Я самый первый пробежал на электричестве. Да, а что-то... Ты не бежал на электричество, нет. Марка, тебя не было на электричестве. Дим, я был на электричестве. Тебя не было, Марка. А вас не смущает то, что еще Excel это ебнули, блядь? Excel. Ну, сейчас обсудим этот труп. Марка, ты утверждаешь, что это Наташа убила, да? Я не утверждаю, что это Наташа. Наташа со мной бежала только что на электро. Дина, ты кого репортил, Дин? Дин, подожди. Ой, это Марк, я только что выключил свет и убил Рому прям при мне. Прям при мне свет был уже. Ну, получается, да, Слав. Короче, я бегу в хранилище, передо мной Наташа рядом с трупом. Я бегу по привычке, клацаю на репорт. Видимо, я зарепала. Наташа не убивала, она подбегала. Ребята, у меня вопрос. А где труп? Просто скажите мне, где труп? Наташа не убивала. Марк был впереди меня. Мы забегаем в хранилище с Наташей, она бежит за мной, она не может килл сделать. Нет, стой, Наташа. Бля, вот Диман очень слишком по-красному играет на красном. Это пиздец хуёво, потому он всегда сожжёт хуй, когда он играет. Марк, ты что отвечаешь? Так уж не важно, блядь, не все проголосовали, как хорец. Давайте тогда обсудим, где могли убить Иксайла. Ну я объясняю, смотрите, Марк выходит и уходит правее, когда свет потухнут. Я иду налево, и потом вы килл находите там же. И Марк, ну блин, все на Марка, все сходится на Марка. Нет, слева от коробок. Я бежал налево на электрику, свет починили. Он Наташу вкидывать, потому что он не знал, что она со мной бежит. Он сказал, что свет чинить бежал, и он не знал, бежал, бежит, он не бежал туда, его там не было. А первый, да, играл в третьей работе? Не, вообще не видел его. Если он красный игрок, то он тогда не играл. А Строга и Слава уже где были? Я сразу, я прям как свет потух, его сразу починил. Я сразу налево начали раунд. Кстати, бустер опять один остается. А, сразу налево ты побежал? Да. Ну не прям сразу, я вначале спел песенку, потом понял, что я забыл. Ты знаешь, хотя бы 2 килла есть вначале. Марк, я не понимаю, тут или гении нахуй играют, или я не понимаю нахуй. Так? В первом раунде можно тебя сразу увидеть и блядь, кикнуть. Слава будет за ним бегать паровозом, нахуй, всю игру, и они просто по заданиям выиграют. Ебашь в толпе. Яй-яй-яй-яй-яй! Это вишенка? Ты? В смысле? Это я вишенка репорт. Только что. Нет, ты только что пример с Диной стоим. Ты убила Дину? Ты только что с Диной, ты выключил, ты убила и отдала.
Пошла, пошла, пошла. Пошло. Ребят, не торопитесь. Кто был справа? Ты сейчас решила сидеть. Как же ты вправо? Смотрите, сейчас проходит 15 секунд, Дмитрий такой, это бустер. Да-да-да. Да подожди, Наташа! Девочки, послушайте, давайте разбираться! Девочки, девочки, девочки! Всем игры молчала, блядь! Терпела, блядь! Зачем игры играть? Я делаю последнюю... И Батя это включилась сразу! Кто-то стоял на линии! Я репорчу! Ты чё, вообще что ли? Девочки, подождите! Нас было четверо в электричестве, один стоял справа на люке прям. Кто был? Видели его? Слева на люке? Нет, у меня была темнота, я побежала прям при мне. Ты стоял? Ребят, при мне убила, я вообще прям убила. Мы просто офигенно, как актриса. Красноцвет, нам не нужны обсуждения, мы будем быстро. Девочки, а кто в обмен на меня вы можете кикнуть вишенку. Сначала можете меня, потом вишню. А потом я... Балдеж, да, устраивай. Девочки, подожди! Вот она, Наташа! Я точно видела, что ты девочки, только что убила на щитках! Блядь. Я блядь. Вообще даже говорить не живу! Наташа, вишня! Что, я ее мутаю, вишенка это пиздец. Вишенка уходит сейчас. Я вишня! Я мути нахуй! Вы чё, Никита, блядь, вишня? Я вишня! Вы чё, кипать, блядь? Ебать. Я говорю вам, то что... Девочки, ты убила щитка! Их было четверо, четыре девочки. Почему Слава не голосовал? Пускай нажимает ебать, кнопку. Ебать, что за, блядь, на сетке ебаные, блядь. Ну, что-то Слава не голосовал, так блядь. Так они не будут сейчас? Слава не голосовал. Подожди, я ставлю камеру сейчас. А теперь можно сказать просто? А я спасибо. Думал, девчонки нажали продолжение. Кто в том раунде был справа? Я был справа. Все, строго красный, отлично. Очевидно, что вишенка и генсуха там разноцвет. Мы сейчас не будем терять очки, как красные игроки. Мы сейчас кикаем вишенку, потом генсуху. С какого хрена, правильно, если я правильно, красный, правильно, ты меня выгоняешь? Ебать, сейчас минус очков правильно. Будет. Сейчас разница? Минус очков будет, пиздец. Потом меня. Ну просто, ну, мы выиграем порядке. Игру, потому что там, я буду до последнего. Там, там пиздец сейчас будет. Давайте генсуху выгинем тогда, все. Вы куда проголосовали? Если в обмен на вишенку обещаете меня, обещай, я красная. Схуяли вы в меня? А дальше генсуху ходит, все просто. На кнопку нажмите только, пожалуйста. Кнопку нажмите. И ты говоришь, должна быть одна игра, где она хотя бы до конца будет. Это будет такая имба. Бля, сейчас генсуха, это пиздец. Сейчас генсуха еще дальше будет орать, смотри. Смотри, а сейчас генсуха еще не смогут вывести, потому что она будет орать. Что это 100% вишня, блядь. Хорошо. Я на месте Славы кого-то бы даже ёбнул. Бля, вы представьте, что они все сейчас получили. Это получается минус сколько? Минус 4 поинта, да, получили? Слава богу, счет? Я думал, все, пизда. Бля. Все, кикайте меня, я готова уйти. Я готова уйти, я готова уйти. Слышите, слышите? Мне почему-то кажется, это не Наташа, а... Я тоже не думаю, что это а вообще... А там еще Юечка. А знаете кто? Юечка. А там еще... Ну, мы все... Опа! Ну, нахуй минус заказали! Я... Бля! Не, братан, подожди, подожди. Хорошо! Хорошо! Не выиграл, ну ладно. Подождите, Наташа... Если он выиграет, я его... Генсуху! Потом его ичка нахуй! Я прям как нажали кнопку и сказала, я готова уходить. А ты красный игрок, мы можем тебя не кикать. Да, я красный. Я говорю, я про, никнейм, то, что, правильно? Я про то, что я говорю, мы очень нас. Послушайте, в начале раунда, вот где убили, получается, Дину, нас были, у нас было, по-моему, четверо. Я сказала, нас четверо было. Юечка остается и ее кикаем, все просто, кнопку нажмешь сразу. Юечка, слышишь? Юечка, когда у меня, Юечка, послушай. Там было 4 человека в электричестве. Юечка, вот. Блять, а что мне не скажешь на микрофон тихий стол, блядь? Где было, когда мы чинили щит? Щиток, когда мы чинили Дина, Вишенка и я чинили щиток, где было? Я делала задание наверху, у меня 3 задания было. Слава, мой стрим смотрит. Так ты же говоришь, да, ну, кажется, у нас мы смысл наверху. Нет, можно я скажу, что было? Можно скажу? Мне вообще сказать не дают. Я прибежала сверху. Зайди в игру, блядь. Стоит кто-то слева, я подбегаю к нему, он на щитах стоит прямо. И справа Наташа и Вишня. Потом выключал свет, я доделала свое задание. Наташа, потом Юечку. Генсуху, я уже кинул в голос. Генсуху, кинь, потом Юечка. У нас мы успеваем. Да. Давай. Блять, я голос генсуху дал, ты заебал мне очки нужны, какая Юечка? Ты кого? Ну, генсуху вкинул, я не знаю, я просто...
Бля, вы что делаете? Нет, я готова. Я готова уйти. Люська меня, слышь! Люська меня хуярит! Я тебе говорю, блядь! Ты меня достал, просто! Кнопку нажми. Блин, на самом деле плохо, что сейчас никто не ушел. У кого еще кнопки остались, блядь? Ну, надо плохо, как ты ушел сейчас. Наташа, жми. Сейчас Наташа нажмет. Бегаем, блядь. Не трогайте меня, сука. Вот Бустер, ну, сейчас прикинь, надо в конце, короче, вот в одну бы секунду. А кого с нами сейчас не было? Юечки? Да, Юечка. Я пошла задание выполнять просто, и все. Короче, все сделала, говорила. Я в связи пошла. Почему я обоснулся? Ты сказала в том раунде, что все делала. Не надо этого, окрасняли, я не могла этого сделать. В том раунде сказала, что у тебя нет заданий. Я не говорила, что у меня нет заданий. Я говорила, что я такого не говорила, Ликс, когда это я... Это лучшая игра просто. Слушай, судя по тому, что у нас у двоих уже появились голоса, блядь, тут особо нет. Ну, это очевидно было, Наташа выжила. Пошла имба. А потом Натаху. Только кнопку нажмите, пожалуйста, или я не знаю. Ну просто, не, ну просто, блядь, вы можете затянуть. Ребят, удачи. Слава, есть кнопка. Да. Наташа, ок-ок. Сейчас надо Славе убить Ванька, по идее. И нажать и кнопку. Не, стой, ему надо просто кнопку. Выгнать нахуй Генсуху, и не эта игра выиграла. Не-не-не, надо убить Ванька, и потом, чтобы Генсуха кинул Алекса. И все пизда будет разъеб. Не-не-не, Генсуху нахуй. Блять! Строго гений. Мы пробуем? Да-да, кикаем Генсуху, все. Давайте. Кикайте нахуй ее, кикайте. Мы делаем? Это не я! А ты чё? Уходит. Ты всё, уверен? Я Генсуку, блядь, да! Вы... 100%. Друзья, за что это не я? У вас закончится, у вас игра... Я готова была в прошлом раунде уйти, ты красный это игрок, я. Генсуха, ты красный игрок! Блядь, почему он так всех выгоняет? Я не знаю, блядь, я не знаю, вот... пожалуйста, Генсуху, ребят, без лишних слов, пожалуйста. Строго! Блядь, это старый теперь, блядь! Ааа, всё как я! Слушай, ты чего так выгнал, манипулирует нахуй нами? Бля, понятно. В кого ты кинул, Генсуха? Я в Ликса кинула. Строго, чего мы делаем, строго? Бля, дайте, пожалуйста, очки финал пройти, хуйню это не точно не я, это точно не я. Я видела точно вишенку. Я не знаю, почему Даша вкинула в Славу вот это вопрос. Я реально не знаю. Это очень странная тема. Я не знаю, я говорю, у меня очень прям напрягла тема. Просто прикинь, сколько он баллов похуярил сейчас, блядь. Я не замечаю, что все вместе мы выгоняли. Не, кикну сейчас Димана и убить Ванька на глазах Наташи, все. Меня там даже не было. И Юечка, Генсуха, и вишенка втроем засеклись. Вообще логично. Ну, можете меня кикнуть, вы просто про... Ладно, я говорю, я в прошлом раунде и позапрошлом готова была уходить. Ну, я в Генсуху вкину, типа, я хуй... Не, ну... Я готова была уходить. Заебись, да. Да, Слава выиграл, кстати. Да. Он еще может не выиграть, подождите. Нажми на саботаж. Либо девочка ебаная, ты, блядь. Догоняй, убивай. Строг, да ты что там бортачик, блядь, зажался у стола, нахуй? Диман, ты такой долбоёб. Это просто пиздец. Ликс, ты такой тупорылый, у вас Генсуха выводит трейдера, ты голосуешь Генсуху, ты тупорый. Хороший мальчик, блядь. Я говорю, что четыре человека. Я вам хочу сказать, что Генсуха красава дожила и выиграла. Просто, блядь, это такой пиздец. Она должна была выиграть. Ничего, брат, не выиграть. Да не пиздите, блядь, дайте мне поиграть. Вадя. Просто, какой хуй ты меня дал? Гений просто. Вадя, Вадя. Ребят, сейчас подожди. Алло, ребята. Алло, дурачки ебаные, нахуй. Блядь. Я не могу, подожди, я не могу замутить. Так, подожди, вишенка. Короче, я вас хочу поздравить. Я вас хочу поздравить, вы получили такое количество минус баллов. Это пиздец. Просто пиздец. Забавно, бля. Да, согласен. Вадь, вопрос. А то, что я кикаю челов, это тоже идет на плюс-поинт? Нет. Нет. А, так ничего. Да, просто блин, мирные сами себя блин. Переиграли, блин. Я охуел с Славой, он просто в толпе хуярит, и они начинают друг друга грызть. За это не ругайтесь. Диману вообще похуй, что Генсуха вывела трейдера, блядь. Да. Бля, чё вы расстраиваетесь? Первый раунд. Чё вы расстраиваетесь, реально? Одному всё просто.
А за победу сколько дают, Вань? Зачем они зашлись так вместе все жестко? Разойдите кто-то еще один, давайте доиграем. Еще один часть. Давайте, доигрывайте, последняя игра. Наташа, ты вот не апеллируешь тем, что... Ребят, я не буду говорить вам поинты, потому что могут убить тех, кто в топе, хорошо? Я расскажу про следующий. Так и надо, так и надо. Слава, не убивай, пожалуйста. Ди, ну посмотрим. Последняя игра, да, у них ходит? Да. Бля, я хочу жесткие, чтобы трейдер был. Не вишня, главное, бля, вишня и Дина, блин. Микрофон. Да, пизда. А Дина, по-моему, не была, да, еще ни разу? Дина, дай это пиздец, все, это ГГ. Они обосрутся. Ты же сказал это в Дискорде, блин. Не-не-не, ты че? Не-не, он замечен был. Нет, бля, здесь... ну Дина охуенно ебашит, дядь. Знаете, кто на первом месте сейчас? О. Этот, Марго Акамоле. 50, потом Ванёк, строго 49. Вообще, 49, пиздец. Ебать, я строгий. Помог выйти в топ, получается? Я строгий. А Слава на каком? У Славы 41. Тройки в пятерке. Ну ты же понимаешь, что он сейчас вообще поинтов особо не заработал за игру, ну, потому да, что да. Да, он никого не убивал. Что там это, блядь? Кто-то кого-то уже ёбнул, но Дина, блин, на камеру. Это вишня. Вишня полтора часа делает задание, которое делается одну секунду. Вишня сейчас будет за Наташей охотиться. Если она ёбнет Наташу, это будет не забыл. А кто умер, интересно? Я смотрю за Диной, за Диной. А, Марго, а кошмарка. Свет, на свет пошла. Блядь! Чего? Дина только что убила в электричестве и прыгнула. Да, 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 рассказываю. Ты это видел? Ты это видел? Рассказываю. Ой, 3 кила, Дина. Рассказываю теперь я. 3 кила. Захожу на электру. Смотри, захожу на электру, поднимаюсь наверх. Свет уже почини. Поднимаюсь наверх, и там строго вылез из винтов и убил Макрицкого. Еще раз, а где у вас? Нет, строго не мог. В электре. Я был сначала в навигации, Ликс, с вами. Я стоял. Все, Дина уходит. Я побежал. Это строго, Ликс, почему ты мне не веришь? Потому что это не строго. Ребята, послушайте, пожалуйста, кто еще не прыгался строго у меня на глазах в электре, убил Рому Макривского. Дин, все, хорошая история, расскажешь, бля, завтра на подкасте. Голос строго. Нет, вы сейчас все потеряете баллы, потому что не хватило прошлой истории. Актриса, Дина, блин! Что вы творите, Миша? Что вы творите? Выводите за мной стол. Расскажи, говорит, на подкасте. Наигралась. Ну да. Тут все, блядь, этот булыжник ебаный остался. По сути, ГГ. Вишня, ну да, вишня. Вишня в тильте после этой игры еще сейчас будет. Нет, да. Как тут... Гинсуху ебнет, найдет. Не, ну тут, блядь, такой... Бля, они так с игры горят, Вадим, это... Ну, блядь, так в этом-то и прикол, что они играют турнир, типа, понимаешь, потому и... Это дает свой такой ярлык, типа, что это турнир, а тут нужно выкладываться. Когда ты выкладываешься, ты расстраиваешься от того, что иногда... А можно еще вопрос? Почему вы в TeamSpeak как по рации говорите? Прим. Прикиньте, вот самое забавное, что булыжник с первого места, походу, выйдет. Строго. Они ее кикнут. Она стояла, не увидели, кажи. Ну. Не знаю, ну то типа. Ну да. Ладно бы боевал, но не вишня. Я бы забрал бы прям сейчас. Мне кажется, она увидела Гинцоху и побежала ее убивать. Давай, где она? Есть у Наташа? Боже, блядь. Не, вы не сошла. Так. У нас один килл? А, нет, вообще ноль, да? Нет, один. Нет, ноль. У нас было три килла в начале, потом мы Дина кикнули, да. Да, Дина. Вот смотри, я весь раунд стоял с Алексом и со строго на администрации. У меня кто на камерах был? Я. Потом подбежала Вишенка туда. Да, я с Алексом пробежала. Юлечка. Вишенка, ты же бежала сверху в кафетерии была, да? Нет, я была на электре, мы с вами пересеклись. Я бежала на камеру, я там с Юечкой встретилась. Юечка, кто был наверху сейчас? Бежал, ну, с кафетерии, Вишенка. В кафетерии бежал. Вишенка была через верх. Гинсуха, и кто бежал? Вишенка? Нет, я не бежала. Сейчас я бежала. Юечка, а ты где ее встретила?
Кого? Динсуху. Мало верят, что это Дима. Нам очень много с нами стояло. Хоть хуй знает. Потом я побежала направо к строгу. Бля, надеюсь, сейчас Динсуху кикнет. У меня под подозрением либо Юечка, либо Вишенка. Вишенка больше. Больше Вишенка. Мы сейчас пересекались с Юечкой, мне кажется. Я просто не понял, как Динсуху с админки вышла. Мы могли бы разменяться, если кто-то был трейдер. Ну, хз. Я просто, ребят, смотрите, оставляю завещание небольшое. Генсуха не пойми, как сейчас вышла с админки. Ну, по мне, мне так показалось. Для меня подозрительная вещь. Я подняла столовку и потом обратно вернулась. Я тебе все факты говорю. Не видела, зашел тебя там. Нам не знаю. Я тебе просто говорю, Ань. Ну, тогда ладно, завещание. Это мое мнение. Мне это, ну, я тебя не видел, я тебя не видел. Это было недостаточно. Ну, меня видела Юлька. Причать, что мы четвером тусовались. Ну, просто скипайте. Аня, ты где была сейчас? Аня, ты же через Электрию. Да, как он, бежала, как он, наверное, как Алекс видел? Алекс же сам настоял на... Он с электро... Я была в электро, выключился свет. И Хьюстон, у нас проблемы, по-моему. Наверх, на камеры и наверх. Алекс, пиздит она? Нет, нет, когда свет выключался, я побежала его чинить. В смысле, почему это опять вторую игру, блядь? По-моему, Вишенке пизда, да? Ну, подгорело сейчас когда. О, готовим камеру. Три, два, нет. Суху ебашь, ебашь ее. Неудачный тайминг. На глазах Генсу, на глазах Юечки. Пошло преследование. Ебаш! Давай! Ух ты, блядь, нихуя тут, блядь, орава. Я б заебашил на похуя. Она хочет выиграть еще. Слава как выиграл, я... На. О. Удачно попался. О, деда нахуй. Он заебал, блядь, серьезно. Нет, не отсюда выйти. А. Кнопку пускай нажмет, скажет что-нибудь. Да. Обосранная сидит, интересно. Да, обосранная. Это не Наташа. Смотрите, это не строго. Ей пизда. Это точно не Наташа. Ей пизда. Ей нужно было, ей нужно было выйти и идти к строгу и к Славе. Это типа она с ними была. А кто это? А кто это? А где? А где? Это не Наташа, слышишь? А где? Я только что подбежала. Да, Наташу кикайте! Камеры, а где труп? Труп был во входе в администрацию. Подожди, ты выёбнул, прям правильно? На камерах. Прям на камерах. Мы с Наташей просто только что бежали. Я типа, лол, как это? Ну, у меня как... Смотри, лол, как это? Строго, ты говоришь, что когда тела больше. Я на камеры бежала. Нет, я, ну, не за тобой, но я прибежал. Ты за мной, по-моему. Да, я прибежал, когда ты зарепортил. Ну. Для меня также подозрительная Вишенка, я сказал. Я тебе говорю, где я только что была в другом углу карты. Вишенка. Охуенно, охуенно Слава играет. Мне вообще похуй. Не, ну а что мид дает? Что мид дает? Типа, ну, была. А я справа была, В смысле, убили в админке, а я около камер. Охуенная логика. Вишня, ты вначале была справа. А как ты... У меня задания были, я побежала через верх на камеры. Лол. Видели Вишню, как она бежала сверх на камеры? Да, видела, мы с тобой бежали. Пересекались с навигацией, я побежала наверх. Это я была в оружейной, я побежала наверх, и я побежала к камерам, все. Потом ты, просто репортит... Ты на камерах? Ты на камерах? Я не добежала, сидел. Потому что я сначала сбегать, и вы репортите. Я была вообще с левой стороны. Ну, типа... Просто ты бежала поверху вроде бы, нет? Да, я поверху пробежала просто через верхнюю столовую на камеры. Но... Вот, все. Бля, борта. Потому что, знаешь, я когда была с вами в навигации... Я с тобой строго бегал. Я сделала кружокчик и пробежала туда. Там кружокчик. Строго и Наташа. Слава, Слав, а ты выполнял метеориты, где по ним стрелять нужно? Нет, я рядом с тобой стоял просто. Я там сверху... Там еще очень много людей в оружейке стояло. Наташа Вишенку проголосовала. Я просто ждал тебя и дальше с тобой побежал. Я скипнула. Бля, ну а прикинь, если это она еще и выиграет. Я буду в шоке, дядь. Это очень маловероятно. Но мне не верится, если честно. Кто кого подозревает? Ну, Юечка метается между Генсухой и, типа, Вишней. Бустер думает в Вишню. То есть, типа, больше... Надо ебашить Бустера. Прямо сейчас. Генсуха делает задание. Пускай он ебашит прям Бустера. Сейчас и все будет просто. Ну, прям сейчас! Чё, а Наташа не видит, блядь? Смотри, смотри. Ну, блядь, очевидно, это Наташа. Я выполняла только что задание, я не видела даже труп. Я выполнила труп, а там стояли... не вижу труп. У нас здесь строго реакции был. Блядь. Мы стояли сейчас на реакции, я, Наташа и Слава. Я побежала вниз, пересеклась с Ваней, он прибегает и репортит.
Подожди, смотри, Строго, смотри. Строго, ты где друг нашел? Вань, Вань. Строго, скажи, где друг нашел? Смотри, смотри, какой состав. На реакторе был труп. На реакторе был труп, я выполняла там задание. Просто послушай, пожалуйста, меня, Вань. Смотри, ты затопил только что первого трейдера, правильно? Слава с тобой был. Слава точно был красный. Вань, скажи, Юечка оправдывает меня, и Вишенка просто как... Вань, скажи, пожалуйста, где ты нашел труп? И Вишня говорит, что она была с нами, понимаешь? Да, я... Подожди, я была с вами на реакторе только что, у меня было задание наверху. Битва титанов. Слава стояла около тебя, просто так, на реакторе. Я выбежала. Марвел финал, блядь. У меня в электрике задание. Прибегает к вам Ваня и говорит, что около тебя труп Славы. Нормально? Нормально. Ну, то есть ты про на меня говоришь сейчас. А кто еще, если Юечка строго, у меня там была? Строго, подожди, Строго, ты видел Вишню понял. Сейчас, когда выбегала из электрики? Да, я видел Вишню. Да, я пробежал на электрику. Я... Труп, это Вишня. Чтобы ты понимала, Юечка, труп был прям под генсухой. Она выполняла. Наташа, что ты делала? Да, я нажимала на эти пип-пип-пип. Я еще такая говорю, типа, вот, я долго выполняю. Да, это Вишня. Я говорю, что я было задание, там были циферки от 1 до 10. Там стоял Слава прям около него. Четыре было с ними опасно. Я побежала с ними и побежала вниз. Просто они остались вдвоем. Я пробежала на электрику. Вань, даже методом исключения. Даже методом исключения. Сейчас просто ты убиваешь Славу. Ты нашел первого трейдера. Слава красный был. Слава подтверждал тебя. Ючка yes. меня окрасняет, и это Аня просто. Как вы просто... Ура! Ура! Сюда! Хорош, Строго, Аня, врата. Ты большой молодец. Не, просто я повезла с Наташей, да, я просто... Ваня, бля... типа, не может, типа, я по факту была сейчас права, я сделала охуенно, просто Ваня, типа, слушает да, Наташу. Вот и все, да. Я так и думал, то, что ты... Я вышел из чего там. Габлу! Вань, все, братан? Габлу! Да, сейчас я скажу. Все, выходим, да? Да. Молодец, не, видишь, там 100% типа такое. Все? Не, я изначально говорю, это было бы слишком тупо, если Генсуха... Аня, ты могла бы вспомнить тот момент, когда Ликс гнал на Генсуху и Строго это тоже сомневался, потому что он думал, что это саморепорт был, когда он за ней бежал, и она как нет, раз на труп понимаешь, стояла. Она стоит, я, типа, делаю килл, я убегаю, и потом только Ваня встречает, то есть, типа, там все было на Наташе, Вань, но давай просто результаты, братан. Ваня, сейчас. Типа, он... Ну, Ваня, думаю, Ваня 100% прошел, я думаю. Бля, заслуженно. Хотя не. А, стоп. Так тут после девятой игры, тут после девятой игры у Марка Гуакамоле 59, нахуй. Нихуя себе. Охуеть. Ого. Да. Да, после, это вот самое больше. Это экстрасенсорная игра, блядь, не хотел уже играть. Да ты тоже, типа, понимаешь? Да не, короче, Строго это каблук ебаный. Все, тут вообще... Да почему? Потому что он в той ситуации, он в той ситуации послушал тёлок. Оставляем сегодня Строго без рейда. А там, слушай, там ты было, блядь. Это вообще не волнует. Ты должен послушать своё сердце, Строго. Реально, блядь. Бля, Диман, как ты можешь? Да, Дим, ты в предыдущий послушал сердце. Да, мне нравится, короче, у Димана. Слышишь, у Димана есть фраза, типа, ты уходишь. Если Диман эту фразу говорит, чел реально уходит. Ну, типа, там без шансов, как бы. Там, типа, без шансов вообще. Чел просто уходит. Блять. Не, молодцы, хорошо. Слава выиграл, пиздец, я вас. Тяжело, пиздец. Вишня также могла только что. Нет, он просто прибегает на труп, говорит, ну это Наташа. А нет, хотя подожди, Наташа. И все. Да, ну, типа, ну, это... знаешь, ну потому что, ну Вань, я ну это было... Я столько видосов видел, как просто 50 IQ, 500 IQ. Ну ладно, типа, все окей. Нет, это было бы слишком тупо. Дим, ты понял, что это я, когда я сказал, что Строго из винтов вылез, да? Я? Говно ебаное, телефон, блядь. Да я, честно говоря, и понял, что Вишенка трейдер в этой катке, потому что когда я спросил, кто был в кафетерии... Я телефон сейчас сядет. Про Вишенку она так неуверенно говорить стала. А ладно. Я реально, типа, я вспомнил, думаю, кафетерия, я бежала поверху, и там все, ребят, я пошел, Юечка. Спасибо за внимание. Давай. Да, спасибо. Слав. Да, братан. Слава, Вадя, вы пойдете играть? Брат, мне сейчас надо отъехать в аптеку. Все, всем большое спасибо за игру. Давай. Хорошего вечера. А вы поинты, потом кто, Марк прошел? Вадя, я прошел. Ты всех за собой еще утащил вниз. Ебать, я там стол переформатировал. Я вообще, я даже подумала, что ты специально веселишься. Не, ну отчасти специально, отчасти, честно говоря, просто они так засеклись, как будто, знаешь, ну там точно были черные платили. Зачем они так кричать начали? Я просто по умолчанию там... Это как раз, по-моему, типичный предпосленник. А как же вы, как же игра вот эта предпоследняя, она была просто идеальной.
Зато там киллы вообще не делались, там просто люди уходили. Там просто, блядь, всех нахуй повыкидывали. Диман говорит, ты уходишь, блядь, теперь ты уходишь, блядь. Гинцука уходит! А нет, голосую Юечку, Юечка улетела нахуй. Меня просто, я вообще типа, нет, уходит Вишня, я просто, блядь, не было повода даже на него думать. Это на самом деле легендарная фраза Дмитрия Ликса. Диман задает вопрос, типа, так, ты где был? В кафетерии. Ясно, уходишь. Ты уходишь. Можно, пожалуйста, мемы с этой фразой? Ясно. Бля, реально, у Димана есть такое мнение, прям вообще лютейшее. Но зато, когда Диман на этом, слышишь, на третьем, он такой, да, ну, я да, я не ухожу. Братан, скажи, кто проходит. Сейчас, секунду, одну. Трейдеры, и то там, это строго камеры ебаные. У Марка 59, он 100% прошел. Ну, типа, там. Дима, просто не бывай под камерами, в чем проблема? Так нет, Дин, есть хорошие моменты, допустим, для убийства под камерами, но, блин, ну вот. Вадь, а сколько за каждое убийство дают? По одному человеку. Ну это игровая механика. По баллу. Но тебе по ебалу, как всегда. В игре. Тебе ВК забанили? Забанили, серьезно? А как я тебе напишу, чтобы ты стрим запускал? Получается, ты без рейда опять? У меня есть ВК, ты уверен, что ВК забанили? Страницу забанили? Мне, да, страницу. Бля, если мне приходило сейчас спам какой-то, я думал, что за фигня? А я могу тебе зайти на страницу. Дай сегодня рейд завтра верну, блядь. Не, я могу зайти. Сейчас сидишь. Да, ты мне тоже нормально. Слышишь, Слав, не постримишь сейчас, а то этот строго не будет. Его забанил, ну, плохо, можно. Так, сейчас, секунду. Тебя не забанили, лобоёбушек. Ну, кстати, скажи, прошел или нет, блядь, я сижу, жду. Короче, Ваня, знаете, он у вас отображается, потому что у него галочка есть, и он для... Нет, алло, меня слышно? Да. Он у вас отображается, потому что у него есть галочка. Ребят с галочками, типа, не удаляя страницы, а просто... А его реально забанили? Да, он хуи выкладывал. User disconnected from your channel. Бля, ответьте уже бустеру, прошел он или нет. Он да, сам, я не знаю, по поводу... Сейчас, секунду. Плюс 8 очков, Слава, спасибо, скажи, алло. Спасибо. Плюс 8 очков, братан. Ну, блин, Дима, с другой стороны, ты забирал у него киллы за убийство. Ты их сам выиграл. Так лучше выиграть. Оно, нет, ты, так это лучшая катка была просто. Мы охуевали сидели все. Это пиздец какой-то был. Ты уходишь. Просто Диман... Нет, там схлестнулись две бабы, и Диман такой встал, такой, ты уходишь нахуй, теперь ты, блядь, теперь ты пошла а нахуй. А я сижу подпёздую, блядь. А вы бы видели лицо Буйса, он просто сидит, усыкается нахуй, он не может, блядь, держаться. Такой, Дима, ты уверен? А я еще такой, думал, а он такой, да, он такой, Вань, а ты куда будешь голосовать? Он такой, а Вань такой, я не знаю, Слав, мы, по-моему, проиграли. Блядь, пиздец. Я ничего не понимал. Бля, ну один раз трейдер выпадал, так обидно. Ну, бля, Диман, ну когда он тебе выпал, ты так хуёво сыграл, блядь. Ну, блядь, ну не, я один килл охуенный сделал, а потом... Да, я, вообще, мне просто да, да, убил. Полчаса да, стоит, взял, убил. Мне, это тема, так, что там не мигает, я забываю про это. Да. Вайт, напишешь так, Абартан? Да. Все, ребят, спасибо да, большое. Хорошо, да, хорошо, давай. Спасибо, пока. Шуруп, ты что, забанил сад киль, нет? Доброй ночи. Добрый. Давай, Слава. Сад, ты тут, а? А что, вырубай, можно выключать же, да? А, кстати, да, можно выходить? Да. Может, выходишь? Ну, Вадя, ты замученный, если что. А сколько очков-то в итоге? Вадя ничего не сказал? Как это замученный, блядь? Вот, а сколько очков-то в итоге? Подожди, Диман, одну секунду. Ну, Дим, мне кажется, это больше не всех. Скидывают. Нет, не, у тебя, ну, не, ну, не, ну, нихуя не больше всех. А на самом деле, знаешь, почему я еще играл на отъебись восьмую катку? Ну, не на отъебись, ну так, типа, потому что я столько трейдеров находил, и у меня, блядь, очков, я даже не попал в топ-5 там или что-то, и я решил, что, ну, блядь, ну, подожди, ну, давай я посмотрю. Я прям расстроился. Смотрите, с первого места выходит Марк, 63 очка. Ну, это, кстати, это пиздец дохуя. Ну, то есть, типа, со второго места у нас выходит Слава, и с третьего места у нас выходит Ваня Строга. Бля, короче, Дине не хватило одного поинта, чтобы выйти из совместного. Короче, Слава 56 и Ваня 56. Нормально. Да. Моли, 63. А, разъебал. Да. Красавец! А у Димы Ликса сколько? Да у меня вообще мало. 48. А у меня сколько? Ну ты... У тебя 49. Убиралась мне... Есть! Сколько? Да, я не проходил даже, если не убирал. Что? У кого меньше всех? По минус одному. Ликс красава просто, все очки нахуй. Меньше всего у Юечки, 47. Пиздец, она просто руководил процессом голосования. У Наташи? Уходит. А, нет, 42, у Наташи 42. На нижнем реакторе кто был?
Я уходит, уходит. Бля, как же он это говорит? Как же он это говорит? Даже, блядь, мы просто охуевали. Мы просто охуевали. А, ну тогда понятно, съебался. Это, блядь, просто легендарно. Че пишешь, бустер плюс 8? Да похуй, бустер все равно прошел. Бустер все равно прошел. А первые три проходят, что ли? Да, по 3 человека проходит. Охуеть. Типа, проходит за 3 квалы проходит 9 человек, и одному достается бесплатно. А бесплатно кому? Ну, типа, рандомному челу, хз. Из чата? Да, из чата, блядь. Проголосуйте, пожалуйста, там пост будет, типа, проголосуйте за меня, и все равно у меня нихуя не получится. Так, Ванёк, ты включаешься? Все, я буду выключаться. Ты идёшь со мной играть? Нет, я не пойду играть, я посижу сейчас просто. Ну ты пиздюк! Не, ну я тебе сказал, что... Хорошо, хоть пиздюк, блядь. Да пошли поиграть. Здорово, Десаут! Здорово, Илюха. Вадим, чекни телегу. Запускай, сейчас огляну. Чё ты написал? Ехать куда-то? Да я хз, настроение такое, типа. Пока, Дина. Это же, блядь, мне надо рекламу начинать делать. Это пиздец, я вообще не делаю. Короче, завтра надо начинать делать рекламу. А то у меня по рекламе вообще тильт полный. Хорошо. Все, я строго делаю рейд. Спасибо, ребят, всем огромное, кто смотрел. Ебало завалиться, нахуй. Спасибо вам огромное, ребят, что смотрели. Короче, сори, что сегодня с такими проебами. Завтра... А что завтра? Завтра я не знаю. Может, завтра просто поиграем? Я посмотрю. Может, поугараем, просто что-то сделаем. Потому что я хочу чильнуть. Я хочу... Я бы что-то такое, знаете, уебанское поиграл. Ну, типа, доты какой-то такой. Ну, типа, самая гнилая игра, которая есть. Типа, лол там. Ну, короче, что-то такое. Ладно, короче, завтра дам всю инфу. Всем ба-ба.